Всем привет, всем привет, всем привет, кто зашел. Привет, приветик, ребят, привет. Меня пригласили. Это пригласил ТикТок. Он сам отправляет приглашение. О, поярче. Привет, привет, привет. Всем привет. Мы ждем Майку. Мы ждем Майку. Я помню тебя с 2020 года. Ой, сочувствую. Давно не видел тебя. Странно, странно, странно. Так прикольнее, чем видео. Ну, это эксклюзивный образ на эксклюзивный эфир. Мы, так как с Майкой не вышли в эфир в воскресенье, и в субботу мы были с Андрюхой и Настей, вот, решили мою днюху отпраздновать вот так вот. В среду. А привет, Ахилл. Помнишь, ты захватывала звук мои волосы чистые? А, мои волосы, я поняла, поняла. Да, мы с Мейкой там этот звук такой активно, бум-бум-бум, используем. Днем рождения. Он был, ребят, 16 числа. Мы просто решили сделать, типа, днюша эфир сейчас, сегодня. Вот, Мейку жду. Всем привет, всем привет. Добрый вечер. Тебя акула ест, тебе все равно какая? Вот это нежданчик. Я думаю, все поржали с моей шапочки, так же, как и я. Она классная. Только худая какая-то акула здесь, у нее хвостик падает чуть-чуть. Буль-буль-буль. Сегодня без клычков, сегодня просто болтательный эфир. Будем тут-тут-тут с Мейкой. Нет, у меня 16 числа была днюха. Привет, Андрюха. Привет, Шифанга. Привет, ребят. Просто слишком милая, чтобы тебя есть. Не, просто мной легко подавиться. Это акула где? Не. Хром-хром. Привет, Тём. О, у Майки ребенок. Какой? Где? Такая милая. Смешная шутка. Привет, привет. С прошедшим. Спасибо большое. Красота. Бомба-фапочка. Классная шапочка. Она висела на люстре долгое время. Мы с Мэй заказали эти шапочки месяцев 5 назад. Собираюсь провести эфир в этих шапочках. И вот, нашли повод. Ты делаешь косплей по аниме-играм или как? Я делаю оригинал косплей, то есть у меня все персонажи мои собственные. Если они там кого-то вам напоминают, то это просто совпадение. Все персонажи у меня из головы. Но, если честно, я хотела сделать косплей. Единственный, который мне хотелось бы сделать на кого-то, это косплей на эту. У меня имя выпало из головы. О! О, идеально развернутый. А, нет, у тебя я иначе. Спасибо за шутку. Ты знаешь, я хочу умереть в этой шапке, в ней жарко, а еще я тебя ненавижу, потому что парик все-таки надела, зараза такая. Я просто подумала, что мне лень мыть голову. А Поверь, мне мне намного не больше нравится, как жарко. эта шапка смотрится без челки. Не нравится или нравится? Мне нравится. Ее реально, вот ты надела правильный парик, ты надела парик с челкой. И Ой, это что было, помидор? типа, как это? Меня кинул Боря Как помидором. это понимать вообще? По-моему, это... Я не знаю, это и спасибо, и обидно. Хочешь? Подожди. Хочешь напяль парикан? Жарко, мне и тупо жарко. Мне оно вот тут вот еще, знаешь, сейчас. Подожди, давай посмотрим, что я как пижон. Спасибо за попу в ручку Я тут. буду пижоном, короче, я решила. Слушай, а прикольно так смотрится. Ой, Что смотри, это? тут Усик! ничего. Нет.
я ножницы найду. Привет, ребят. У тебя колы. Слушай, у меня... Сейчас, я тебе помогу, смотри, сейчас. Давай сожгу ниточку. И волосы просто нафиг. Так. Типа в акульем царстве, сзади акула, на головах акула, и мы такие заплывшие случайно. Все, зашибись, смотри, какая красота. Это острые козырьки на новый лад. Я вас тоже люблю, ребята. Мне больше всего нравится в этих шапках их зубы. Владимир, спасибо за чмошку, я видела, спасибо. По-моему, прилетала чмошка, я не обратила внимания, если что. А если... Да, зубы, зубы, как я после стоматолога. У меня вообще зубов некоторых как будто нет. Смотри, мы как пижоны, реально, как острые козырьки. На меня как будто насрал кто-то кровью просто. Где мой плавник? Почему? А мне нравится. У меня не стоит. У меня он никогда не стоит, простите. ТикТок не бань. Ладно. Просто хэштег ТикТок не бань. Ну, мы пытались. Мы хотя бы попытались. Так, как я там говорила, всем проблемам в жизни нашей мы огромный покажем. За наши огромные. Угу. Боже, как хорошо, я плакать сейчас буду от радости, как хорошо. Гранатовый. Это что-то новенькое. С пузыриками, я не знаю, просто вкус. Пузыриками, гранатовый, красота! Настюша тут, Лёша тут, все тут, Андрюша тут, все пришли, все привет, всем спасибо за подачу. О, мои модераторы тоже, а ты батл приняла? Нет. Просто сидим такие, а чё батл? Нормально всё. Мы сегодня сидим, отдыхаем, поздравляем Несомняшку с прошедшим 4 дня назад, да, днем рождения. Я думала, скажешь, 14-летием. И это тоже. Все подходит, все подходит. Мне кажется, все подходит. Я на вас с нескольких устройств подписана. Какая этому парикмахеру, который на тебе сидит? Тайминги, тайминги. Я попала в тайминги. Когда мне прислали сердечко в руках, я такая бум. Класс. Спасибо. Это круто. Это шапка для сна? Не, это... Я не знаю даже, как это вам объяснить. Это алкашапка, мы ее так называем. Знаешь, ты мне сказала, класс, это круто. Как я вот разговариваю с детьми, ко мне подходит вот племянник, показывает рисунок, на котором откровенно говно нарисовано, и говорит, это ты. Я такая, круто. Вот так же. Как ты хорошо меня знаешь. Бич, ну ты это, вау, круто сказала мне. Ну, зато честно. Я просто не поняла, о чем ты, о каком тайминге, и я сделала вид, что поняла, и сказала, класс, круто. Понимаешь, но я упала в твоих глазах, потому что я забыла, что ты тоже умная. Я тебя люблю. О, точно, мы с тобой еще сегодня не говорили друг другу. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Привет, ребята, простите, что мы тут это, но мы тусим. Угу. Мы острые козырьки. Боже, какая вкусная вещь. Ой, хорошо. Сегодня мини-косплей хорошо сделано. Это когда ты не хочешь наряжаться в акулу, но выход есть всегда. А тебе достаточно просто камеру на стену направить и даже в кадре не появляться, просто разговаривать, понимаешь, читая чат. Кстати, да. Это просто совсем мини-мини-макро-косплей, понимаешь? Мини-макро-косплей. Акулка, как твоя рука? Ну, вот это в порядке. А та перетрудилась. Можно засними линзы, мутить людей? Можно? Тоже вот это люблю. Спасибо за балалайку. Там
На балалайке Как играешь? тебе балалайка? Я в восторге с балалайки. Но Спасибо мне за разговор. интересно, появилось ли у меня вот это вот самые дорогущие вот эти вот страшные подарки, я их так называю. Дорогущие и страшные, это что? Потому что у меня их нет. Вот к Плюше заходила, я у него их видела. Ракета, планета, поняла, вот эти вот. Нет, Мне у меня их нету. нравятся качели новые. Они у меня через раз отображаются на эфире, но это попа на качелях, она такая классная. Да, попа на качелях прикольная. О, торшер появился, у меня он не появлялся в подарках. Мне показывают, у меня самый любимый именно по красоте. Он, я понимаю, он не рентабельный, но самый любимый это красная машина. Он по красоте очень крутой. Я так выезжаю. А что это за дерево? Привет, Макс 43. Привет, Спасибо. солнышко. Привет, ребят. Владимир, привет. Модеры, привет. Всем-всем-всем. Спасибо, Боря. А что за дерево, Мэй? Что за дерево? У меня его, ну... Осеннее. Мне вчера его бросали. Очень красивое Очень. осеннее дерево. Помидорка и дерево. Это два новых подарка. Ахилл, привет! Спасибо за лайк, ребят. Офигеть. Вот дерево Привет, Майк. обалденное. Да, Интересно, дерево очень а будут красивое. какие-нибудь страшные хэллоуинские подарки? Мне прям так хочется, если честно. Хороший вопрос. Я бы тоже хотела знать. Вот прикинь, какой-нибудь, типа, подарок маской, который на лицо кровавый падает. Это прикинь, как было бы классно. Масок-то лепят они дофига каких-то всратых. Или хотя бы тыкву. Банально тыкву пускай сделают, да, хотя бы. Там, или скелета Джека Спасибо. какого-то, реально, или маску все-таки. Маска это было бы креативненько. И твоя тиктоковская слетает сразу, которая... Ты понимаешь, я, короче, обманываю ТикТок. Зачем мне ТикТоковские маски, если у меня есть черный грим? Бум. Да, гениально просто. И ТикТок такой, я Спасибо. Спасибо, ребят, за подарочки, за поддержку. Спасибо, вы мне лучшие. У вас есть карантин? Нас хотят, короче, ввести карантин. Типа опять закрыть все, локдаун, вот из чего я ТикТок начала. Все позакрывали. Спасибо, Рейден, за качельку. Спасибо огромное. Спасибо за помидор. Кстати, Я помидоры почти красивые. тебя догнала. Вот, и у нас хотят опять все позакрывать, все торговые центры, и все, и просто оставить ее. Спасибо за жемчужинку, Вов. Спасибо, чуть зайчик не сказал. Ладно, тебе можно. Ты хороший. Вот. Почти У просто нас на почти одинаково, почти не писечка. все. Спасибо большое за дерево. Надо, боже, как это заскринить. Тихо, тихо. Давай, да, Есть, я скринанула. заскринила, реально, почти ничья. Спасибо. Четыре. А, маска череп... Фу, сердце чуть не остановилось от радости. Ребят, масочки черепов, которые я купила сейчас, это просто обычные масочки из Фикса. Оля просто тянется за масочкой, и тем временем я разглядываю ее татуировку на руке. А, сейчас, А на. все там, все там. Ой, я по утрам точно так же выгляжу. Запушая и красивая. Нет, ты выглядишь вот так, прости. Как? Тут лягушка. Спасибо за мишку. Ты прям сочку, ты да, согласна. А Еще... сверху тогда ты. Ну ты же у нас всегда сверху, как бы. Сверху ты. Вот ты показала, что ты сверху. Спасибо, Боря. Пой за чмошку. Этот момент мы точно вырежем. Нет, я из Ой, Москвы, ребят. поэтому я обожаю наши совместные стримы. Просто ржем над всем. Оля чуть-чуть подвигалась, пододвинуться поближе к телефону, все. Ксапон, Брейсит, спасибо, зайки, вам за подарочки. Спасибо, мои хорошие, спасибо. В Латвии уже завтра все закрывают, пишут. Да, спасибо за бабочек. А еще я купил, ну, Боже, точнее, какое вкусное гранатовое. мне Ваня, вот Ваня модератор, вот такие очки еще подарил. Как раз подходит для этого образа. Они еще и другого цвета бывают, вот так вот. О, ты сегодня в моих глазах. Не, это побольше, по-моему, те, что побольше у тебя. Мои глаза! Спасибо, Райден, за очки. Знаешь, что я заметила? Что мы с тобой обе сегодня с одинаковым размером глаз полусклеры, просто твои с голубым ободком. Если я хочу такие черные полусклеры заказать, но я жоплю 2,5 тысячи. Это Вот они, я, да. да, вот. Спасибо за Рейден, Рейден, да. И Алекс Сунг, спасибо за розочку. Вот. Спасибо за Они подарки. очень крутые, они делают твои глаза вот эти вот, как у кота из Шрека, типа, дай.
И тебе невозможно отказать. Как у кота с запором, простите. Боже, у меня 10 вариантов смеха просто. Самое классное, это когда ты задыхаешься, как раненая лошадь, вот это Годзилла вышла из воды. Да-да-да. Ребята, я замечаю я, честно, всех. я сейчас как пижон какой-то в этой кепке. А ты поверни Эй, бочком. пижон. Бочком, бочком, давай бочком. И Я типа на лоб бочком. натяни просто зубами, на лоб. Подожди. Тут надо другой стороной. Какой у тебя? Куда Харя смотрит? Что, все будет? Спрашивай сам, Господи, спасибо. почему? Почему мне это напоминает что-то? Разверни ее чуть-чуть вот так, чтобы она типа вот-вот делала тебе челочку из зубиков своих. Вот типа мочку и в камеру больше. Ты понимаешь, у меня зубы тут стоячие. У меня тоже. Чуть-чуть. А, нет, я их долго прилизывала, чтобы они опустились. А на другой стороне у тебя зубы влизанные, нет? Это все, что я могу сделать, короче, по-моему, нормально. А я говорю, а на другой стороне тоже они такие вверх смотрят? Да, точно так же. Ты, да, отбой. Но смотри, они зато у нас теперь в одну сторону. И вроде как неплохо. Угу. Мне даже видно, как хвостик упавший тут. Давай, похудей. Ну модель, все, все. Даже переживать не буду, я прелесть. Я прелесть, я ангел. Я прихожу, у меня тапком. Теперь ты такая милая, спасибо огромное. Да. Нос чешется, а как бы с запозданием. С запозданием нос чешется. Ты как бы да, уже давно надо было. Как бы мой стаканчик, твой стаканчик. Но. Давай сюда сначала, в эту сторону. Хоп, а теперь сюда. Хоп. Хоп. Все, косята. За нас красивых и долбанутых. Красивых шизанутых. Рома, спасибо за розочки. Ребят, простите, что чат не читаем, мы просто ржем, общаемся. Да, мы просто ржем. Спасибо за подарочки. Можно не добавлять, прообщаемся. Просто это слово лопата и все, и как обычно, знаешь, ха-ха. Я надеюсь, что ты не будешь смеяться после слова лопата. Ну просто ты сказала лопата, у меня в голове вот это первое. Нюхай бебру и лопатой по морде. Какой красивый лебедь, спасибо, дядь Бог, спасибо. Какой красивый автомобиль, спасибо большое, Боря. Ой, ты меня обогнала! Матч реванш, теперь моя очередь. Мы по очереди будем. Ты у меня, я у тебя. Сейчас, я на самом деле представляю, сейчас Вова отправляет лебедя, и ты такой... Да-да-да, мне кажется, у него сейчас вот это вот каменное лицо. Внутренний такой диссонанс. А я так смеялась! На весь дом этим писклявым голосом. И Боря пишет, я старался, спасибо, что постарался, спасибо большое, мы смогли. Майка, это ты, да, я. Вот так мне жарко, если честно. То есть, когда я пижонскую кепочку делаю, мне не жарко. А, видимо, у тебя хвостик чуть-чуть стоит, у тебя мозг кипит наверх, отражается от стенок и обратно кипит. Я короче, это, пижоном. Хорошо, а тебе идет пижон? Вот, я тоже так подумала. Я вообще заметила, что мне кепки идут. Это, знаешь, вот самый большой плюс моего хорело, это что мне кепки идут. Вова там такой, наверное, это сидит, дорогой дневник. Мне не передать словами. Дядь Вова, спасибо огромное, правда, это было. А что с качеством видео? А что-то с ним не так? Нет, все отлично. Но совместные эфиры, они всегда по качеству хуже, чем обычные. Ну, да. И по звуку тоже они просаживаются капец. Но вроде все нормально, я вижу себя четенько. О, элегантный ход, пижон. Блин, эту песню не выходит с головы, я ее ненавижу, но она не выходит. Нора Дример, ребята, спасибо за подарочки. Бей, солнышки, у вас очень тяжелые никнеймы. Спасибо большое-пребольшое за поддержку, за подарки, что вы со мной. Алексон, спасибо за бабочек. Боря, Нора, спасибо. Спасибо большое, ребят, спасибо. Ой, хорошо.
парнишка в черной кепке зубать какой-то там золотой. Парнишка непростой, вовсе не Да-да-да-да-да. красавец я. А мне А я навстречу парнишка. девчонки улыбаются. Вовсе не О! красавец я, но мне навстречу все девчонки. И поехали, черный бумер, Бумер, черный черный бумер. бумер. Плюсик зайчики. Желтые дальние огни. Черный бумер, черный бумер. Если можешь, догони. Блин, как будто Новый год. У меня ассоциация только с шапкой Я новогодней, и тоже, все. я смотрю на тебя, ты мне просто Дедушка Мороз. Александр, спасибо огромное за ноты. Ребят, спасибо за подарочки. Что по телеку за спиной идет? Джон Да, сейчас какие-то ужастики мысли рассказывает. прочитали. Вы видели мое лицо? Я только что испугалась телека. Я все время смотрю на собеседника, и тут вижу, что-то сзади двигается. У меня голова фасмофобия. Единственный мужик, который живет у меня дома. Ты такой хорошенький, какой божий, какой он прекрасный. Я с ним иногда разговариваю. Ох, так жарко с тобой. Смотри, ушки. Ты видела когда-то мои ушки? У меня они где-то тоже там есть. Новые фетиши, ушки. Вон, сейчас. О! О, ушки. Можно еще эльфийские сделать. Ушки А, моей их не видно. подружки. Боже, какая вкусная штука. Настя, Андрюха, я знаю, вы тут. Вы можете банить всех, кто вам не нравится. Какой любимый цвет? Кроме красивых мужиков. Голубой. О, Настя и Андрей зашли? Да, они тут. Я вижу Настю. Звоните моей новостью, и Андрей, привет, ребят. Я вам очень не рада. Да, они тут. Днем рождения. Спрашиваешь, у меня был 16-го. Да. Спасибо. Ничего, у нас как это, как свадьбу вот это гуляют неделю. Вот так мы и Олин день рождения гуляем неделю. На Новый год будем еще вспоминать. О, 16 О! октября! Блин, классно было бы, да, на Новый год все вместе собраться. Привет, мои, привет. Итачи, спасибо за бабочек. Да, вот я тоже загрустила. Это было бы идеально просто. Поджечь елку в центре, ну красота же. Поджечь елку в центре Москвы. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. На самом деле можно, знаешь, типа скинуться, снять коттеджик на несколько дней. Это, ну, дешево выйдет, в принципе. Боже, 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 ой, я, извините, оргазм на стриме. Ты зачем такое делаешь? Поджечь елку звучит. Спасибо за шарики, Боря, большое. Боже, сколько у тебя народа? 216. И у меня не намного меньше, то есть 144. Я смотрю, ты меня обходишь так красиво. Можешь помочь? Как очистить память на телефоне при разбитии? Зайка, можешь переподключиться. Может, не всем у тебя отправилось уведомление, приглашение. Сейчас, Да, сейчас это. честно, фиолетово, мне главное, что я с тобой тут посижу, и это будет прекрасно. Я сейчас буду танцевать! Ходи! А я буду летать. В космосе, спасибо, спасибо большое. Холодильник! Слушай, мы реально через один будем, походу, выигрывать рукопёк. Мы пытались. О, спасибо за холодильнички большое. О, это было А красиво. как его зовут, этого, который с Вовой сейчас соревнует? Боря, Боря, А, Боря. это Боря против Вовы. Файн. Это не мы с Вовой будем с Ту-ту-ту-ту-ту. тобой патлить, это они патлят. Космическая балерина, да. А как ее показать, я не знаю. На Новый год будет стрим? Ребята, я вам больше скажу. У нас есть планы с Несомняшкой на Хэллоуин стрим провести. Да, короче, у нас 29-го игровой эфир с Нелунтиком и Настей, 31-го с Настей, и получается 29-го с тобой будет. Так 29-го ты же игровой, ты сказала. А, 31-го с Настей, 30-го с тобой, 29-го игровой. Вот. Вот, все, Хэллоуинские. хорошо. Вот это вот Хэллоуинские расписания уже готовы, понимаете? Все. Да-да. Стрим с горящей елкой. И все, и бан всех аккаунтов. Мой, Мейген, просто всех, кто с нами, там Настя. Не... Сейчас буду кусаться. Подожди, 31-го меня забивала. Итачи, спасибо за Мишку. Ты никакое, по-моему, не забивала, я не помню. Я говорила Хэллоуин, Хэллоуин, 31-го, жопа ты моя. Ладно, Ой, слушай. обсудим. Я старая, простите. И Оля такая. Я просто помню, Ты что я договорилась с попал, тобой, мам, да? договорилась с Настей.
Но я не помню дат, ребят. Я знаю 29-го игровой только, все. А все не помню ничего. Что-то проспала только что, Сибирь. потому что... Да. Вы сестры? Нет, но такое чувство, что мы родились из одной жопы, простите. Ну, правда. Мне кажется, что мы близнецы, которых где-то разделили, и одна из нас, видимо, под нож хирурга легла еще. Из одной жопы, внимание. Мы родились из одной жопы. От акулы живородящей! Договорились 28-го с тобой, Андрей. Только напомните мне все, ребят. Я вот так договариваюсь, а потом такая, ой. Вы Я тебе знаете. этого не забуду, не переживай. Спасибо за сердечко из пальцев. Ребят, спасибо большое, что много милоты пишите в чат. Я уже все, я уже потерялась. Спасибо. Вы лучшие у меня. Извините, что не Ты отвечаю. ведь У нас сказала не сегодня... то, да? Ты ведь ошиблась, опечатка ртом, да? Я сказала, спасибо, что много милоты пишете. Нет, я Нет, не ты так. сказала вместо «я тебе напомню, я тебе не забуду, обещаю». Нет, я все-таки сказала все правильно. Никакой опечатки. Меня помидорами забросали. Ромул, спасибо огромное. Спасибо большое, что забросали ее помидорами. Андрей еще только что написал мне сообщение в Телеграм 28-го со мной и закрепил его. Я реально, я как гопник сейчас выгляжу, знаешь, вот этой кепкой такая, о, я сейчас И кстати говоря, из грустных историй, у меня сегодня папа, мама на работе забыл. Мне почему-то не грустно. Нет, это было немножечко смешно. Если меня парень забыл в торговом центре, я бы его убила, а у меня такое уже было. Мне папа не писал после того, как домой вернулся, так что спасибо большое, Франку. Рай для хейтеров кидать помидорами стримера. Кидайте, закидывайте меня помидорами, я не против. Кидайте помидоры. Да, ребят, если тут Вообще ничего хейтеры, против не имею. я очень обижаюсь на помидоры. Прям. Да, очень. Мне так больно. Нам вообще никак. Что за реакция у тебя такая на что? Жемчужинка. Она осветила мое лицо, и у меня вспотел носик аж. Спасибо за жемчужинку. Вы топ. Ребят, спасибо вам за добрые слова в чате. Я реально, я думала, я вот в этих словах ошиблась, а не там, где я тебе сказала, и я тебе не забуду. Виктор. Блин, КЗ-12. тут сложно обе прелести. Спасибо большое, поэтому мою эту воду. Да, не надо. Если кто-то не знает, у кого сидеть, я не обижаюсь, идите отсюда. Ты пукнул? Это ртом. Вот это было. А, я думала, ты такая Я не пукала. и срезонировала просто от кресла кожаного. Понимаешь? Ух, какие. За майку всем хана. А меня никто не обижает, ребята. Мне сегодня так все равно на самом деле. Что произошло вообще? Спасибо, Боря. Просто тум-тум-тум-тум. Я сверху полоска такая. Подожди, частный самолет прилетит. Спасибо. Оль, посылку Я надо не забрать нервничаю. до 15 ноября. За это надо выпить. Давай, за Успею. наш первый частный самолет. Сейчас, вот так. Тынь. Тынь. И сюда. И сюда. Тынь. Тынь. Я чуть себе в ноздрю трубочку не запихнула только что. У меня такое было. Но я не растерялась и попробовала выпить ноздрёй. Не повторяйте этого никогда. Во-первых, напиток соплями так себе не очень, а во-вторых, можно захлебнуться. Ребят, у меня однажды егермейстер пошел через нос. Я почувствовала себя, знаешь, в друидском лесу. А ты, не знаю, веселой коровой какой-нибудь, я не знаю себе, или как там, веселым молочником. Есть такое. Привет, я котик. Привет, котик. Спасибо за сердце из пальца. Леша! 18 плюс 11, какой 29? Откуда ты такие страшные числа берешь? Я тоже уже не ребенок, мне тупо очень. Угу. До любого докопаться в такой кепке могу. Пойду сейчас на улицу. Докапываю. Только перцовый баллончик возьму с собой на всякий случай. И я. Я понимаю, что это не мне, но я все равно покажу.
Я всем покажу. Да. Слушай, как хорошо функционирует рука под бейсболом. Прям идеально. Мне жалко твою ручку. Ты ночью просыпаешься такая... А-а-а! Да, вот так и происходит, кстати. Сейчас она просто онемевшая. Я не чувствую ничего. То есть даже если я ножом в нее тыкать буду, мне будет все равно. Но как только бейсбол начнет отпускать, я ее не смогу делать ничего. Мне пишут, тебя перегоняют, акула. Я готова ей отдать все. А нами голодон, а я такой, спасибо. Спасибо за печеньки. А я старый птеродактиль, я не знаю, я что хотела сказать. Этот. До меня только дошло. Ты что делаешь? Большое сердечко показывает. А, сердце в руках, что ли, пришло? Нет, просто. А, ты мне решила его показать? Нет, всем. System error. Не, ну вообще мне нравятся сердечки. Я вот от этого уже отвыкла, мне надоело нос чесать вот так Я помню, вот это еще существует. вот. Не надо, ты помнишь, как... Спасибо, спасибо, Вань, за тьмашку. Я помнишь, как пальцы вот ломала вот этим всем? У меня не получаются они. Подожди. Писюн. Амахасала, Андрей. амахасала. Вы видели? Вы видели, как могу? Вы видели? Я теперь вообще пижон. А что у тебя изменилось? Ну, я видела, мы обсуждали. Я уделаю сейчас всех просто. Чтоб не показывать сердечко рукой. Не сомняшка, на, забирай себе. Забирай. Все, пусть теперь стучит у тебя. Ты его достойна. Спасибо, ребят, за чмошку, за цветочки, за подарочки, за очки. Спасибо огромное, мои родные. Спасибо. Что такое Я еще буду потрёпанное? в Чего? Что потрёпанное такое? Я такое на Авито даже не беру. Ладно, почистим, помоем, заштопаем. Нормально. Оно потрепанное, дырявое. Его пинали, им бы расстались. Смывали в унитаз, доставали оттуда и все. Извини, не Спасибо за сомняшь, но носочки. какое есть. Да не страшно. Зато самое красивое и любящее. Я умею вкусно сердечки готовить. Еще не варили в кипятке, знаешь? Ну что ты меня так обижаешь? Ты думаешь, вкусно готовить, это кинуть в воду и ждешь? Спасибо за пандочек, Ну солнышко. ладно. Вот, спасибо. Кстати, я люблю сердечный салат. Вот, он Мой почему-то любимый. очень вкусный. Да. Да, он очень вкусный. Слушай, мы с Вот, тобой спасибо. споем. Нет, мы будем... Сердечки, простите. Можно Спасибо, Боря. такое? Спасибо за... Девочка, вы когда одеваете линзы, у вас глаза не болят? Они болят, когда мы их снимаем. Нет, ну самый кайф хрен с ними, с линзами, это когда мы раздеваемся, снимаем лифчанские, все-таки... Боже, я аж это почувствовала. Испортишь. Александр, спасибо за Мишку. Ребят, спасибо за подарки. Вы у меня лучшие. Владимир, спасибо за чмошку. Пунька тебя в жопку, чмошка. Я чмошку в жопку, пунька. Спасибо за очки. Спасибо. Опять почти ничья. Опять скриншотим. Вот она, настоящая дружба. Фигак. У меня трубочка убежала. Скринул, Все, можешь кидать запрос. но... Готово. Спасибо, ребят, за подарочки. Спасибо, что идем ноздря в ноздрю. Это удивительно. Вот это аж прикольно, знаешь, когда так все поровну. И хочется сказать, Вов, привет. Ты что там Да убила? это телефон у меня падает, у меня тут этого в кепке стрим открыт, как его зовут, Спасибо. забыла. Спасибо за А, лайк. Блюхи. И, короче, смотрю. Ну, как смотрю, он просто идет. А знаешь, почему я его смотрю? Потому что он сказал, что за мной будет смотреть, и я смотрю, не смотрит ли он за мной. Иван, спасибо за чмошку. Типа, мне все равно. Главное, чтобы он за мной Что такое? А, я не так прочитала сообщение в Телеграме. Я прочитала Господи. вместо мутить, мутить. Я такая... Чё? Как тебя зовут? Мейка.
А что мы? Расскажи про расклады. Теперь можно выбирать, насколько мучить людей. Да. Шикарно. Баньте всех. Спасибо за чмошку. 5 минут, 30 минут, час и до конца стрима что-то там такое. А, прикольно. Аминоса, спасибо большое. А вы когда начали стрим? Ой, я не знаю, мы в 19 с чем-то. А да, в 19, ну, 40 где-то, наверное. Ориентировочно. Мне сейчас что-то прилетело, я проспала опять? Нет, все нормально, все нормально. Это я умею. Я сейчас теперь О, каждый раз еще раз спасибо тебе огромное за все-все-все, за частный самолет, за все подарочки. Спасибо. И вам, ребят. насчет прилетела, думаю, типа, прилетела от единорога или прилетела в чат подарков. Я каждый раз такая, напрягаюсь, типа, что? Не-не-не-не-не. Я Да. его больше не боюсь. Я под градусом, я его вообще не боюсь. Горячая женщина. Ну, спасибо, Иван, за тиктосики, огоньки, шоколадки, пальцы вверх и все вообще существующее, что ты мне бросаешь. Спасибо большое. Боже, какой гранатик вкусный, я не могу. У меня тоже вкусненько. Второй стаканчик вкусненького. Вообще. Мы как эти свежие источники или как там сейчас газированные внутри. Артезианская вода. Спасибо за Мишку Аминус. Приветик, красавица, привет, какие девушки? О, какие Девушки девушки, как как звезды, звезды, что да. светят небеса утра. В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Тебе вот эта волосинка в глаз не мешает? У меня такое чувство, что ты видишь меня через эту Она волосинку. залакированная, вот настолько, смотри. Я вижу. Она, мне кажется, ею убить можно, если постараться. Да! Значит, ты обычный парень, тебе не светят Не никогда. светят никогда такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Добро пожаловать в Это прицел. Ванду! Где? Привет, ты милая, спасибо. А, жарко. Ну ладно. Жарко. Но мне Я нравится эта тоже уже шапка. хочу эту кепку снять и все. А что тогда нам светит? Смотри, Это видишь песня глаз? такая. Мы тут ни при чем. У меня тоже есть. Можно открыть век ему. Можно ему вырвать глаз? Болотя, спасибо. За Нельзя пом-пом-помочку. вырвать. Карусель, Все, карусель спасибо. убивает рассказ. За До. пом-помочку. Рано, рано, еще рано, рано. Акуля! Вот это! Я! Сегодня можно подумать. Вот у меня вопрос. Ладно, мы там сейчас с кого-то с кем-то спутали. Вот, давай вот так. Мы разве похожи? У нас чачелы разные, ребят. По пьяным глазам. Вот мы разве похожи, ребят? А то вы Вообще нам ни разу. скажите, мы похожи, пожалуйста. Мы совершенно разные. Я как минимум подбородок жопой. Я такой же. Не сравнивай мою жопу с твоей вот этой полупердушечкой. Что, где там вообще намек на булочки? У меня каждая булочка выражена. Цветочки, какие они красивые. Во, спасибо. Полупердушечка? Да. Это теперь так называют. У меня даже ярко выраженное, видишь, очко есть. А где твое очко? Нет! Не по... Нет! Тогда раз нет. Я просто забыла, у кого я спрашиваю, что мы сейчас правда можем увидеть. Красота одинаковые. Мы одинаково красивые. Вот так вот правильно говорить. Да. Ой, блин. Вы что, девушки? Нет. Не. Валер, Валер, нас спалили. А что у тебя кулак помощнее моего? Так не может быть. О, какая я бледная. Это фильтр у меня такой? Нет, я просто немножечко черненькая Ну женщина. ладно.
Я всегда мечтала о светлой коже, а папа такой, ну как бы, прости, ты в меня смуглая. Добрый. Аллергия к жизни. У меня полчата ржет из того, что я хотела встать и показать. А у меня полчата замолчала, потому что ждали, что ты встанешь и покажешь. Вот насколько у нас разная аудитория просто. Не, пишут все-таки, что мы очень похожи друг на друга почему-то. Ну, характером, да. Линзами, наверное. Мозгами немножко. Немножко сильно. Hello, darkness, my old friend. Акуля, то спасибо. Зачем я и тебе там, и там. Ух, светлая какая кожа? ты институтка. Но в этом нет ничего плохого. Мне светлая кожа нужна для моих образов. Она очень подходит многим моим образом. Вот это моя темная кожа. Сейчас подходит под этот образ. Меня кушает рыба. А помнишь, ты мне как-то скинула ссылку Goat milk? на Алиэкспрессе на козье молоко, вот это, которое ты по лицу размазываешь, это бледное. Ты думаешь, оно мне пришло? Нет. Оно мне не пришло. Типа Алик такой, слушай, Майка, ты и так бледная, как стена твоя в квартире. Зачем тебе? Вот смотрите, вон то стена, она и то темнее, чем я. И типа, закажи в оно другом мне не месте. пришло. Оно классное. Вот, я очень хочу заказать. Я не знаю, зачем, но я хочу вместо... Плюшек упал. Но я хочу вместо тоналки. Привет, Мэйк. Привет, я не Мэйк. Какая жизнь. А почему тебе никто не пишет «Привет, несомняха»? Пишут, я просто чат тупо не читаю. Мне настолько все равно. Надо, короче, я а придумала, он надо пишет? Заказать твой костюм. И просто, и чтобы все, у всех жопа сгорела, плюс у тебя тоже. У меня она так сгорит, несомненно. Я тебя перекрасно просто сделаю, несомненно, демона и пойду. Это будет классно. Реально, разовую акцию устроить на 10 видосиков тупо. Вот, чтобы все офигели и все... Поменяться телами тупо да. и все. Да. Серьезно. Все выпадут. И единорог такой. Проигнорирую эти видосики, пожалуй, ничего там писать не буду. Даже сердечко будет бояться поставить вот это фиолетовое. Потому что все потом, иначе все. Простыло всегда. А еще алгоритм ТикТока такой. А что делать? Знаешь, мне нравится эта идея. Ссылочку кинешь? Поговорим, поговорим. И после эфира не смей просто в телеге. Так попробуй, отпишусь в забане. Я с тонкой маской кину просто. Вот что тебе подходит. Это маска, которая у меня есть. Хотя, когда мы будем ядышком, я возьму обе маски с собой и постримим просто тупо в этих масках. Это шапка такая, ребята. Это шапка. Это шапка. Продавалась как шапка. Это я пот вытираю, это я не крашу. Спасибо за подарочки. А я сейчас специально... Всё, мы близняшки. Блестючками намазала, чтобы не было видно то, что ты смазываешь кисточкой. Не, я вот не люблю, когда у меня лицо блестит. Даже в искусственном варианте, то есть вот это хайлайтер, я их ненавижу. Я просто... Хайлайтер. 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 Прости, смешно сказала. Я сейчас что-то кину. Ну, не хайлайтер, конечно, но... Как там этот тренд? Нава! Спасибо большое, удачи! У меня жопка только что на качельке каталась. Как странно это звучало. Ой. Три бана за сексуальное. Спасибо за попу в ручках большое. Ты жук победен! Ты победила! Я халайтер. Ты халайтер. Ой, охренеть, я прям ненавижу девочек, девушек. А зачем ты мне сюда это выслал? Я тебя вот ненавижу. Честно. Я понимаю, почему ты девушек, зайка, ненавидишь. Я понимаю, что жопа друга – это лучше, чем любая супруга. Но зачем ты мне сюда это пишешь?
Люблю таких. Хорошая фраза, запоминаем, напомните мне потом. Я тебе потом запишу ее. Модераторы в чат напишите эту фразу. Я сама ее только что высыпала. Мои, как рука? Отлично. Болит, капец. От души, душевно, в душу просто. Мы насрали тебе в лужу. Люблю, когда у вас совместные эфиры ржут. Наш шифон болит, смеяться. Ой, фу, все. Я не плачу, это Это просто было слезы. очень хорошо. Я, походу, в психушку попала. Добро пожаловать, мы всем рады, новых клиентов принимаем, что психушка широкая. Я смотрю этот стрим, потому что не знаю почему, а его не забанили. Вот это, он это слышал. На самом деле нужно сначала высказаться, а потом банить. Да, я вот всегда так говорю, модеры не баньте, и потом начинаю. Да-да, сейчас умру от смеха. Модеры банят, а я дальше продолжаю говорить. Мейка, ты сегодня... Я сегодня мейка в сратой шапке. Я тебя заметила, подписывайся. Там типа был... Если меня заметят, я подпишусь на всех, тут что-то кого-то там... Вперёд. Ой, господи. Девочки, вы Боже, такие какие вы милые. красивые. Понимаешь, мы сегодня максимально убитые, уставшие, обе с эмоциональным выгоранием. В чем попало? Как попало? Какие вы сегодня красивые. Слушай, я комплиментов за все стримы столько не получала, как за этот. Потому что, понимаете, вот почему так же я кайфую, вот я тебе объясняла, почему говорю, давай, расскажи мне про свой комп, давай тебе сделаем игровые, потому что на них ты расслабляешься, реально расслабляешься, тебе хорошо. Да. А когда ты сидишь один, вот это вот нон-стоп, там я акула, кусь-кусь, Мейка, там акуля, вот это, вот, и все под штамповку, как будто ты в офисе работаешь. Понятно, ты высрешься и усрешься, и там не только жопа друга, там и не Да. супруга, там никто нахрен не нужен уже. Блин, какая же Согласна. фраза, а, шикарная была, я не могу. Ты ее выучила? Жопа друга лучше, чем родная Твоя супруга? супруга. А, твоя Я тебе супруга, красиво потом ее напишу. да. Да. Хорошо, договорились. Эта фраза как-то по-другому звучала. Спасибо, Евген, больше. Евгений. Супруга. Типа лучшую подругу заменяет жопа подруга, как-то так. Ну, короче, я чуть-чуть по-другому в сказала. смысле лучшую подругу заменяет же подруга в смысле твою дивизию? Короче, я тебе напишу так, как я сказала, а не так, как оно есть. Генератор ты, блин, обидных фраз. Неправда. Андрей, мне тоже нужны ее характеристики, но она такая, да, я сейчас с почты приду и скину тебе характеристики. Пошла в жопу потом, короче. Сидит такая. А я забила хер, как обычно. Какой характеристика? Что? О чем ты говоришь вообще? Я такое не знаю. У меня есть ноутбук. Волнистый такой, джага-джага, все, я что не знаю. Я думала, это шкатулка или как Спасибо, Виталик, за птицу в воде. Говорят, что женская дружба не бывает, пускай болтают, но я-то... Да-да-да-да-да, мне вот это вот сейчас написали. Но я-то знаю. Я бухаю. Давай, за это и выпьем. Динь-динь. И сюда. Кампай! Я не знаю, у тебя открыты трансы с ПК? Поймала себя на мысли, что мы сейчас как две рыбы, которые заглатывают наживку. Хорошо, заглот. А у тебя трансы с ПК открыты? Алло, открыты? Нет, да, да, нет. Подожди, теперь говори. У тебя открыты ли трансляции с ПК? Я тебе просрала, да? Да. Ну ладно. Жопа друга, Нет. супруга. Нет. Мне ничего не открыто, потому что я на это даже не подам. Я понял. Жизнь боль.
Надо разобраться сначала с твоей. Жопой. Она у тебя часто так делает или только после KFC? Ты видела, как я хожу? А как прыгают там вообще? Но, вспоминая фотографию, я понимаю, что она на многое способна. Это фото было от сердца тебе? Нет, это было фото жопы. Ты видела, там даже похоже на сердце было. Спасибо большое за подарочки, ребят. Спасибо. Над нами смеются. Подарочками. Нет, жизнь боль, когда печенье к ноль. У нас все есть. Что я за кусончик с собой не взяла, я не знаю. Но мне так хорошо сидеть без него. Что, до тебя дошло, что ты тоже что-то не взяла? Да. Пошли за кусончиком. Да нет, мне так хорошо. Вот это и мне так же, так что давай. Ой, боже, как Кось, вкусно. Кось. А как она сказала, заглотишь? По-моему, просто заглот, нет? Или заглот? Мне уже этот титул она приписала, так что все нормально. Вам по кайфу? По и кайфу? По и кайфу. Нам офигенно. Да? По-моему, нам офигенно. Ну, хорошо, спасибо, Игорь, за розу. Клюк тебя в нос. Не надо мне плюха в нос, спасибо. Клюк, говорю. Я думаю, плюх тебе в нос. Да сейчас. Он никому в нос не надо. Мэй, покажи себе в полный рост. Ой, мам. Не. Никогда. У нас тут не порнохаб, ребята. Не порнохаб, а порнхаб. Это сестра твоя, конечно. Я запомню, я всегда его почему-то с буквой О в конце называла. Обстановка по кайфу. О! О! С тобой танцуем. О! Сейчас. Сегодня диджей ставит музыку только для нас. Я допела, все нормально. Вот с тобой, человечек. Это она? Или не она? Ладно. Не-не-не, она так не начинается. Вот это. Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу. Я тебя поцелую. Громче, громче. Я тебя украду на глазах у друзей твоих прямо сейчас. Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку. Я тебя слышу, ты в наушниках, так что кайф. Обстановка по кайфу. Я тебя поцелую. Я тебя украду на глазах у друзей твоих прямо сейчас. О, телепала. А у меня нет телепала, но я потелепаюсь с тобой. Руку береги. Одной рукой я потелепаюсь, видишь, я специально туда съехала. Да. И лёпаемся. И пингвинчики бегут. Ладно. Все. Все. Хватит. Потусить не хватит. А то и так жарко. Ну, обстановка. Как вас заблокировать правильно, чтобы вы меня больше не высвечивали? Заходишь, там три точки или три полоски сверху, да, на нашей страничке есть. Угу. Добавить черный список, и все, и мы у тебя заблочены. Помоги человеку просто сама это сделать. А, в натуре. Сейчас, солнышко, все для тебя. Рассветы и туманы для тебя. Моря и океаны для тебя, чтоб ты, скотина, сдохла для тебя. Спасибо, чё? Богу, за розы. Спасибо, ребят, за подарочки, поддержку. Майка, любовь или деньги? Не сомняшка. А я тут еще золотой самородочек. Вот, я выбираю ее. Все. Любовь или сомняшка? И коня деньга. Вот. Вот она. Вот. А, хотя каким деньгам? Я просто сказала... Ну, как вам можно? Вы посчитайте. Ну, не тут эти щечки, вот эти бози. Можно я это себе тебя заберу навсегда? Спасибо за дом дерева. Кстати, тоже давно его не видела. Спасибо огромное.
У меня ничего не отобразилось, но что-то поскакали. Вот эта фигня сверху поскакала, но ничего не отобразилось. Да, слушаю. Это. А как давно тебе кидали колесо или карусельку? Давно. Я один раз кинула в храм. Это был Начинаешь в забавно. какой-то момент скучать за этими подарочками, типа, блин, я их давно не видела. Не подумайте, ребят, ни триггер, ни намек, ничего, просто серьезно, вот эти новые начали появляться, и мы такие, а помните, как мы пищали по карусельке или по колесу? Честно говоря, я не знаю, я не скучаю по подаркам, потому что я понимаю вообще, что они из себя представляют, Ну и да. я реально влюбилась в игровые эфиры, потому что я могу расслабляться, со всеми болтать. На игровых эфирах сидят только свои, и кому действительно это интересно, они просто типа, ой, кто-то с гримом, буду писать об обус в чат. Вот, Боже, очень красивая. Спасибо, зайка. и понимаешь, совсем Так. другая атмосфера, и пофиг вообще, дарят подарочки там, не дарят, и тем более на игровых Да. эфирах я ввела прикольные донатики, которые не здесь, а вот там через ссылочку, они смешные. Спасибо, Франко, за хлопушки. Спасибо за Мишку огромное. Мне до сих пор очень-очень жалко, что ТикТок забирает себе очень большой процент. Это раз. Два, сегодня Плюх кидал в группу, в Плюшу он кидал, что через компьютер, оказывается, покупать монеты дешевле. Я вам говорила, в модерке вашей это говорила, несколько раз говорила. Внимательная ты А моя. мы тупые, понимаешь? Мы не слышим. Он скриншот скинул, мы восприняли чисто картинку. Спасибо за мишку. Вот. Оказывается, что Слежешь. через комп там типа эти монеты стоят столько, сколько, блин, стоят эти монеты, Один то к есть одному. равная сумма. Да. А вот тут вот типа, ну, монет меньше, чем денег, которые ты за них даешь. Как-то так. И ты такой, чё? Но все равно при подарке ТикТок все равно забирает же себе. Да, и Он все равно у хитрит. нас нет монетизации, да, как за границей, например, нам за просмотры не платят. Хоть там и копейки, но все равно, представьте, вы выкладываете кучу видео, и даже по копеечке, но хоть что-то набирается. У нас ввели монетизацию за ролики, но нужно было подавать заявку и выполнять условия, то есть делать обучающий контент от 1 минуты. Ну, Да, мы это читали вчера. Блин. А еще такой вот момент, ребят. На самом деле, таким людям, как мы, с несомняшкой, да, там, те, кто грим рисует, те, кто костюмы делает или одевает, ну, это все, блин, сложно, что капец. Я, когда делаю себе именно рабочий день, когда я буду прям, ну, когда я знаю, что я буду снимать видео и проводить стрим сегодня, у меня просто день, все, он пропал, меня ни для кого нету, я дофига готовлюсь, там, продумываю какие-то моменты, учу вот эти вот тексты, которые, чтобы под них рот открывать. И ты такой, после этого всего такой садишься и думаешь, боже, я как на работе была. Как целый день провела на работе. Вот такое вот, ну, ощущение, ты тупо устаешь. И за это тебе краб. Короче. еще очень забавно, вот люди, которые, ну, реально не понимают, просто видят, открываешь рот звуки и говорят там, а в чем смысл открывать рот под звуки? Фигня какая-то, свое что-нибудь придумай. А ты попробуй открыть также рот под Да, звук, так, чтобы попробуй это, попасть, да, чтобы это выглядело, как выучить будто ты текст звука поешь. на 1 минуту, например. Попробуй. Такие моменты Вот обидны. это мне сообщение понравилось, мы я до сих пор не представляю тебя в форме полиции. Солнышки, вы скоро увидите меня в полицейской форме. Я вам спалю один свой образ. Я буду делать зайку Джуди из Зверополиса. А ты заказываешь ее костюмчик? Заказала, да. А, хорошо. Жду. Ну да, я боялась, вдруг тебя там, чтобы не наказали. Все, я поняла. А, вообще, ну, типа, в полицейской форме можно сниматься на самом деле. У нас нет такого закона, ограничивающего Да? это. Да. Ну, у вас там что-то, ну, я недавно новости видела, кого-то ругали за съемку в ТикТок. Девочка какая-то снималась. Но она просто там Скорее в всего, духе она тьмы. просто... Она относилась именно к этим органам. Ну, она там работает, значит. Вот, если ты там работаешь, да, у нас есть... В законе про полицию там, по-моему, какая-то статья, где написано про ограничение соцсетей, что там нельзя что-то там провокационное снимать в форме, потому что ты исполнительное лицо, Да, типа она исполнительной пёркала. власти, Да ладно. да, вот, представитель исполнительной власти и такое делаешь. Вот, там есть ограничения именно по закону национальной полиции. А если ты просто, ну, одел форму, ты не принадлежишь вот к этой структуре,
Никто не имеет права, потому что военторги не продавали бы ее так открыто. Они бы хотя бы через удостоверение эту форму продавали. Типа ты приходишь туда с удостоверением, и только тогда можно купить. Так что же вы тогда ее так открыто продаете? Значит, В можно. МСК чела, который снимал пранки, задержали, штрафанули за то, что он вот в военторге купил и вот поснимал видосы. Его за это очень там серьезно наказали Ну, у нас. значит, ему что-то еще привязали. Потому что просто так ничего не бывает. Ему что-то привязали. Просто так очень много чего бывает. Ну ладно, не тут, не будем это обсуждать. У нас Да, не сегодня будем, праздник. да. Опасненько. О, у тебя сегодня... Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы. Чего такое? Вы лучшие, спасибо. Мы сломали Когда будет матч. на голове. Ребят, сегодня расслабленный стрим, мы сегодня спокойны. И у меня откуда это 314 человек на стриме? Я 324, на месте, у по-моему. меня не работает эфир, мой матч вообще. То есть не видно? Вообще не работает. Ты можешь его нажать Тебе кнопку? надо просто перезайти. Отключиться и подключиться. У меня есть отдых, у меня все есть. Но я не могу нажать кнопку матч-реванш. Ты можешь нажать попробовать? А у меня матч идет. Ладно, Давай давай. так, я сейчас этот матч отключу, покинуть матч. У тебя пропало, нет? Вы победили, покидает. Попробуй пришли еще раз. Так, присылаю. Принять. О, все, починили. Фух, все, супер. Ломаем ТикТоки. А то я такая... Бывает, это лаги ТикТока, я их просто обожаю. Майка, то спасибо, ребят, за все хорошие слова, которые вы пишете в чате, и за актив 371 человек. Я не знаю, откуда вы набрались, но спасибо вам огромное. Сейчас, кстати, предупреждаю, будут лаги ТикТока, будут лаги с активом и со всем таким, может быть, даже с эфирами. Эфиры могут не сохраняться по причине того, что готовятся новые там всякие события к Хэллоуину, новые хэштеги вводятся, и, я думаю, новые подарочки будут. Я вот. Надеюсь, хоть бы что-то хорошее сделали к этому Хэллоуину, серьезно. Почему тебя заблокали, я ничего плохого не делала? Ну, значит, не просто так заблокали, и заблокали на самом-то деле. Сейчас еще жара будет. Какая жара? У кого ДР? У меня был 16-го. Мы только сейчас просто собраться смогли. Ну, потому что мы каждое утро такие... Давай перенесем! Давай перенесем! А сегодня мы прям решили такие, Мейка, даже если у нас оторвет ногу и кишки будут наружу, мы все равно выйдем на эфир. Да. Спасибо за радио огромное. Да, спасибо за радио. А не надо никого из нас выбирать. Вот если ты выбираешь, лучше иди к Мэй. Мне не надо, не надо выбирать. Не надо никого из нас выбирать. Я тоже этого очень не люблю. Типа, не зачем? Не люблю, когда сравнивают, не люблю, когда выбирают, потому что каждый очень индивидуален. Не люблю, когда сравнивают. У меня демоны, у нее рыбы. Рыбы. И прочее. И рыбы, и компания. Да, да, у меня там целый самом деле дом. И такой, не маленький. С наступающим. У меня прошел 16 октября. Мне кажется, они про Новый год говорили. Ну, судя по шапке твоей. Это акула, а, ребята. А, кстати, точно я могу сейчас... О, боже. Вот, вот вам результат того, что я посидела в шапке. Лев. Да-да-да, вот это. Каждый уникальный. Вот именно. О! Боже мой. Я смотрела фильм про чувака, которому мерещилась собака. Короче. Я забыла, как он называется. Не фильм, а сериал. Вот-вот, да. А как он назывался? Кто помнит? Там с Элайджа Вудом. Помнит кто-нибудь? Как Нет. назывался этот сериал? Всем привет. Я тоже не помню. О, привет, Настя, ты вернулась? Привет. Я теперь заяц. Я. Трансформация с акулы в зайца. Хитра, зайка ты. Хитра. Сняла шапку и такая, типа, ой, смотрите, капюшончик. Ты знаешь, капюшончики, это так жарко, что эта шапка, блин. Зайчик попрыгачик. Это, да? Знаешь, я себе сейчас напоминаю вот это вот себя, ставшую на стульчик в детстве, и Деду Мороз. Добрый дедушка Мороз, борода из ваты, ты подарки нам принес, ты волосатый.
Настя, вот тут я согласна. Это вот я сейчас не шучу, это намного лучше, чем смотреть эфир со мной. Правда. Вот я тут, да. Настя просто смотрела «Беременна в 16». Обожаю это смотреть. А что там, реально что-то прикольное? Что-то все так хвалят. Ты понимаешь, ты начинаешь смотреть одну серию по фану, типа, ха-ха, ну, что-то все говорят, и ты понимаешь, что ты смотришь уже очередной сезон, и думаешь, интересно, они будут весь, не все ли у них будет хорошо? И так... Ой, кажется, я подсела на драмы. И то же самое, что и, типа, «Дорогая, мы убиваем детей». Я так залипла однажды. Сериал «Чувак с собакой». Не, ну, название я не помню, про «Чувака с собакой». Вот, да. А почему нет, если да? Ты сейчас спаришься и упадешь тут в прямом эфире. Отвечаю. Привет, заяц крутый. Спасибо огромное, Юль, привет. Пацанки. Ладно, я тогда так посижу пока что. Адская кухня, да. Пацанки... Сейчас ты на меня будешь жрать. Пацанки в YouTube. Погоны такие. Тебе вторая нужна, синяя акула. За эти акулы. И красную на голову. Королева. Королева. Спасибо, Боря, спасибо. Королева чего? Она такой красная. Королева зубатой вагины, простите. Ну, он так выглядит. Ты смотрела вообще этот фильм «Зубы»? Да. Я, значит, не одна такая конченая. Это хорошо. Но я стараюсь не говорить про письку зубками. Я его смотрю, когда на плюха жду. Хороший фильм. Классный фильм, ребята, советуем. Да. Хочешь стать брюнеткой, купи себе кофту с заячьими ушами. Ты похожа на один черный комочек. Я этот комочек. Комочек. Спасибо. Короче, за панду. Короче, нафиг эту шапку, я буду зайцем. Я решила. Я 20 образов сейчас за эфир поменяю, но я буду зайцем сегодня. Косята! Мне прилезало. Да, разрешаю. Я тоже думаю, это пусть тебе полегчает. И сейчас все такие, несомняшка без рогов. А куда их сюда лепить? На челку? На нос. Пускай Мэйков на Новый год в этой шапке елку подожжет. Ой, стишок! Пускай Мэй на Новый год в шапке елку подожжет. Класс. Опять этот класс. Я сделаю. Класс. Мне все нравится, я сделаю такое видео. Несомняшка без рогов. Могу быть с короной такая. Я зайчик очень непростой. Я буду только лишь с тобой. И ты же есть моя любовь. Мне не нужна морковь. Слушай, 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 слушай. Спасибо. Я пою тебе, послушай. Я обожала Боже, я это помню... видео. Да, я и так хотела себе этого зайца, хотя бы игрушку. А я когда я увидела игрушки на него, я ужаснулась. А я в школе всем друзьям это видео отправляла, а мне такие... Оно такое милое было, там такой зайчик сидел. Да. Было классно. Ой, башка такая легкая стала, непривычно. Скажи. Нет, рожки Zero Two у меня нет. Я не делаю косплей на персонажей известных. Спасибо, Вань. Тебе хорошо там? Закуталась, она сейчас еще спать пойдет. Не, на эфире я постараюсь не спать. Угу. Дайте мне минуточку. Да как я, у Насти же дорад. Сейчас будет 14-часовой эфир, да-да-да. Оля несколько часов просидела, так я сижу. Оля. Вот, и Настя меня выгнала тогда спать. Мы еще так и не провели снова этот эфир. Не, все хорошо, я пока держусь. Как же пожать? Пожать это святое. Жрать это талант. Жрать! Какая-то говна прилипла. Теперь вы будете постоянно смотреть говна. На нее, как и я. Все, рука начинает болеть, блин. Привет, кстати, Паш. Просто какие-то две красотки сидят. Две кроссовки. Будь здоров. Спасибо. Люблю ваше видео. Спасибо. Мой казачек, передай мне привет. Передаю тебе привет.
Мы на программе «Поле чудес», и я передаю привет на скал. Нет, я не рыжая. Я не рыжая. Рыжая она, как видите. В реале. Я не рыжая, я двуцветная. Как на башке сейчас примерно. Ой, мы сейчас на говногу идем. О, да. Я думаю, на говногу, я думаю, где у нас говнога? Это как Вальхалла, только говнога. Это мегалодон? Нет, я нет, вот там сбоку, да. Я варик. Какой-то заяц бандитского Петербурга. Просто башка в темноте такая, знаешь. Это как когда это Андрюха наш, не Лунтик, застегивает свой балахон, просто одна голова такая на темном фоне висит. Шарик. Еще у него висюлька такая от кофты белая. Это просто, знаешь, как Пеннивайза не хватает на заднем плане. Просто как голова с ниточкой. Болотя, спасибо огромное за корону. Болотя, блин, никнейм прикольный. Болотя. Виктор Козы, спасибо за мишку. Болотя. Да. Это ж надо. Володя, какой удивительный ник. Ну, Болотя, ну. Неординарный. Удивительно. Ты зависла, Володя. Ты отвисла. Я там жила. Где ты жила? Ого, красавица. В болоте. А, в болоте. Да. Не-не. Общага Академии внутренних дел, это та еще болоте. Вы кто такие? Ой, бан, ребят. Ты решила в Париж намотаться, как я в капюшончик? Ой, Болотя. А, Болотя, а не Володя. Болотя! Поняла, спасибо, Болотя, большое. Классно же, Болотя. А я думаю, Володя, Володя. Я думаю, ну а что такое Володя? Такое удивительное имя, блин. У меня дядя Володя. Володя, я думаю, ну тебе не стыдно меня, не знаешь. Достань рыбу изо рта просто и говори чётче. Что не рыба? Рыба. Ты слишком сильно меня скромнишь. Что не рыба? Ой. Тем более фото того, что у меня там есть, у тебя есть. Я тебе сбрасывала. Ты еще говорила, что кот там что-то. Я просто вспомнила твою жопу, я думаю, достань жопу изо рта, такая. Здрасте, а кто меня подкалывал по поводу того, что там кот что-то слизывал там, где эта штука стояла? Я помню твою штуку. Но ее маленькая штучка самая лучшая в мире вещь. Спасибо за бабочку, спасибо за подарок. Если не будем дружить, я отпишусь. С моего стрима. Все, Мэйки хорошо. Я наконец-то вижу, что Мэйки хорошо, а не я вас ненавижу. Выключить эфир. Я счастлива, я просто счастлива. Я самый счастливый заяц на планете. Ты что, знаешь, какое у меня настроение хорошее? Ой, кто-то мне тут какашку написал, я сама заблокирую это говно. Опа. А мне какашки. А ну давайте все какашки в чат, ребята. Нет, мне написали, именно меня обозвали. Я про это. Завидую тем, кто только зашел. У меня фантазия разгулялась. Ой, у меня рука пернула об стол. Это рука была. Какаши в чатик. А зайдите к Мэйке, накидайте ей говна в чат, пожалуйста. Модераторы Мэйки, пожалуйста, не баньте за говно. Это я. У тебя за какашки не банят, ребятки? Бить? Нет. Наспамьте говном от души, короче. Зайдите, пожалуйста, к Мэйке. Смайлики говна в чат. Ребята, разрешаю. Срите в чат по полной программе. Есть, сейчас будет. Володя, спасибо, солнышко, что-то. Спасибо тебе за мишку. Бракин, спасибо за шоколад. А что за песня? Ладно. Я не поняла, что я напеваю. Я поняла, что это за песня, но я не поняла, что это за песня. Ну, то есть, откуда она, например, я не поняла. А что тебя бесит, Пауль? Пашка, что тебя бесит? Может, не залетает человечек в чат. Я вернулся, уходи ненадолго, миленький котик. Меня котом обозвали. Это ты миленький котик такой, знаешь, весной. Простите. А не было ничего. Не было.
А планы эфиров на Новый год есть? Ну, нет. Майка, ты такая милая, спасибо. Пока что. Какая хи в чате? Не, нормальная тема на совместных Ты эфирах. таблеточку от Твиста подай. Вот почему ты всегда смотришь вниз, когда на тебе зацикливаются очки? Ну, мне были очки. Ты? На тебе? На тебе? На ком? Спасибо за какашки в чате, спасибо. Спасибо за попу на качелях, Руслан. Боря! Попа на качелях. Спасибо, Боря. На качи. А что она такая красная? Мне всегда интересно. И Болотя, спасибо за Мишку. Благодарю. Женщина. Офигеть! Это было круто! Ага. Я тоже увидела. Класс. Ты милая, спасибо огромное. Спасибо за какашки в чате. Оп, полетел человек в бан. Майка, ты милота, прям очень красивая. Спасибо огромное. Как рука? Пока не болит. Пока очень классный препарат, кстати. Просто вся рука немая. До сих пор можно ее кусать, жмякать. Ну, или это потому, что я гранаты пью. Я, кстати, мне нравится Может... из новых подарочков вот этот ключик, вот замочек в виде попки, в который вставляется ключик. Спасибо большое, Руслан. Я уже хочу к тебе на стрим, чтобы смотреть, что там тебе кидают. А что, тебе не дари... Подарите вот эту попу, в которую вставляют, пожалуйста, Нет. майки. Что? Куда? Меня почти все подарочки — это жопы. Все уже Ну. привыкли, в принципе, потому что это жопа в ручках. А, ключ замком. Да. Все, я поняла. Не, мне просто визуально очень нравится на них смотреть, когда они приходят. Спасибо, Боря, за ключ замком. Он ты реально подарили. Да, вот это я говорю, жопа, в которую ключик вставляется. Боря, спасибо за второй ключик замком. Балалайка, спасибо большое. Во, Спасибо. спасибо за холодильничек. Мороженки танцуют. Поехали. А чё за Та-та-та-ра-ра. холодильничек? Это просто холодильничек или что? Или он какой-то красивый? Холодильник, с него выпрыгивают мороженки и начинают танцевать. Поняли, поняли. Да. Поняли. Поняли. Это офигенно. Я просто видела какую-то... А, мороженницу. Я перепутала, наверное. Да, есть холодильник, Нет, а есть мороженка. мороженец это та, что делает мороженку как раз, а холодильничек это с него выпрыгивает мороженку. Спасибо за говно в чате, ребят, вы у меня лучшие. Спасибо, я очень люблю этот Да, смайлик. спасибо. Еще я очень долго думала, что это Взаимно. шоколадное мороженое, пока мне не сказали правду. Кот опять орёт. Вот она, сделалась мороженка. А, мороженка, да? Аппарат с альбомом... Болотя, спасибо за телепа. Да, я всегда так Аппарат со орусь. льдом, я увидела, но это не холодильник, да? Это аппарат со льдом. Это другое, да? Потому что то мороженое не танцевало, оно просто появилось, и туда такие кубики с мочой накидали сверху. У тебя там что-то хрустнуло или скрипнуло, солнышко. И ты очень удивилась от этого только что. Спасибо Франку за пожар в чате. И Ригер. У меня, на самом деле, у меня очень понимающий чат. То есть я могу рыгнуть на стриме, они поймут. Круто. Но это... Мы так давно не были вместе, что у меня сейчас такое ощущение, как будто мне впервые в любви признались. Понимаешь? Странная аналогия, ладно. Но удивление так. Спасибо за... регаджи. Ребята, зато естественно. Что естественно, то не безобразно, ребят, да. Люблю себя в этом плане, серьезно. Рыгни, вот теперь мне просто будут писать все рыгни. Я так не повторю, ребята, это случайно Мне 16 Тут лет резко будет. няшная Мейка стала ментом. Не-не-не-не. Да. Ня-ня-ня. Вот такая А просто помнишь эту типика мейка. песню? Ня, извини, са, Да. Аригато! аригато.
Мойка, зайка. пошло. А я кто? Я не знаю. Вот ты зайка, а я кто? Кто у меня сегодня? Я Мы на медуза. кого-то училась? На психоаналитика и мента. Нет, я каракатица, знаешь, которую ты такой тронешь в воде, она такая у тебя чем-то черным и полетела. Понимаю. Спасибо, болотя, за неваляху. Меня никто не заметит. Заметила ты, прикинь. Эмма. Нет, Эмма другие были. У них просто такие челки были. Это, и типа, я плачу вместе с тем, не-не-не, ты же видишь, что даю, забери, умоляю. Спасибо, болотя, за бабочек. А ты, кстати, была в каком-то печенье, короче. Я хотела бы тема, но у меня не было денег на одежду, и мне не разрешали красить волосы, поэтому я говорила, что я эмо-позер и пидовка. Потом я просто всем говорила, что я не формалка. Ну, в принципе, подходит. Спасибо. Особо ничего не изменилось, потому что я все еще там вся такая на кедах, в футболках с классными принтами. Пока. Да, у меня то же самое, только я одеваюсь как в мультике. Вот девочка из мультика практически. Видела я твою жопу, где такие мультики показывают? Я тебя тоже люблю, моя женщина. Спасибо за бабочек, Тайка, спасибо. Спасибо за Борю. Ой, Боря, спасибо. То с твоей рукой. Пока что она под очень крепким уколом, поэтому все равно. Леха, я тоже на камуфляже бегала. Тоже любила камуфляж одно время, потому что он был Майк, дешевый. Майк, отрыгни. Сейчас, подождите, я сейчас это еще попью. Отрыгни, Анка. Мне видос с индийским чаем понравился. Спасибо огромное. Ты красивая девочка, посмотрел твои ролики. Звучит, знаешь, с этими тремя точками в конце, как будто типа, ну. Майка, можешь посмотреть наверх? Куда ты смотришь? Вниз, в никуда. Чаще я докапываюсь до человека там одного. Так, скажи акуля. Победай! Акуля. Май, выложи трек акуля. Заяц рыгается. Зайка, обрыгай-ка, вот. Спасибо за розочку. График. Я говорила, я зайка, обрыгай-ка просто. Да. Чай. Индийский чай. Грузинский чай. А, тебя не игнорят. Скорее всего, твои сообщения не залетают, как и многих. Так, ты очень красивая. Спасибо. И твоя подруга тоже очень красивая. Спасибо. Спасибо. Блин, что это такое? Спасибо. Почему мне все пишут, вот когда я на стриме? А ты предупреждаешь людей о том, что у тебя стрим будет вообще? Да. Ты зайка скупердяйка. Нет, я не скупердяйка, я никому ничего никогда не жалею. Спасибо. Я зайка обрыгайка. Спасибо за миллион, миллион, миллион алых роз. Боря мне, Боря мне, Боря мне подарил. Никотин, конечно, тебя помню. Так, где акула серая? А, утонула. Она сидит, отдыхает, ей хорошо. Закопалась, короче. Смотрите на этого Джона Сноу. Просто. Иди стену охраняй. I'm dragon kill. Или как он там говорит? Я вообще не смотрела. Dragon kill Daenerys. Ну, там, не знаешь. Оля, смотри, сегодня необычный, но очень... Джон Сноу, почему Джон Сноу? Ну, почему? Ну, можешь быть этим, его другом, я не помню, как его звали, который книжки читал. Который волосатый, да? Который большой плюшевый, жамкательный такой. Джага-джага. Джейсон Мамоа его играл? А? Сэм Тарли, вот она пишет. Юля пишет, Сэм Тарли. Это он, да?
Да не смотрела я «Игру престолов», что вы хотите от меня? Я даже «Игру кальмара» не смотрю. Я ваши игры не смотрю, понятно? Я деловая женщина, смотрите. Я. Она нервно дергает свой ух, смотрите. Да блин, почему она белым не... О, я очень серьезная деловая женщина. Зима близко, but winter is coming. Зима близко. Ребят, я так плакала на моменте это. Ходор, 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 hold the door, hold the door, hold the door, ходор, ходор. Логика комплимента, слушай. Зайка красивая, как чайка. Тут так написано. Нет, ну с учетом того, как я смеюсь. И ты тоже. Престоле. Солнышко, я смотрела зубы, заводной апельсин, человеческую многоножку, все три части, свадебную вазу, бивень. Я не смотрела «Игру престола». Я могу пересмотреть слоника 10 раз, но бивень я не стану. Я смотрела слоника, да, я смотрела все, что только... Я смотрела. Я бивень вот так смотрела, типа, какого рожна да. происходит. Я смотрела «Подопытную свинку» тоже все части, но я не смотрела «Игру престола». А там классно Кхал Дрога Дейнерис отдейнерил. Прям вообще, как я в начале вот эфира двигалась. Вот этот, который огромный такой? Да. Момо? Джейсон? Да. Ну, вот этот, который Акваменов. Да. Да. Мать! Нас забанят! Скинь мне эту серию, пожалуйста. Я тебе момент скину. Спасибо. Угу. Буду очень благодарна вам. Это такой момент был незабываемый. Просто она такая... Ну что ты мне тут кости ломаешь? Давай я покажу, дядь, как надо. Он такой, ничего себе! А так тоже можно было? Ну ладно. Вот, классный момент. Я тебя люблю. Спасибо за подарочки, ребят, большое. Огромное, огромнейшее, огромнейшее, огромнейшее. Как Хал Дрога, огромнейшее. Другая серия. А, Юля говорит, вторая серия. Какого сезона? Поверь, этот момент я найду просто вот так, с закрытыми глазами, банально по звукам. Я буду ждать. Я буду долго гнать велосипед. Спасибо. О, привет, Лёля, привет. Спасибо за птицу. Привет, Дим, спасибо. Новый шипканат. Да поздно нас уже шиперить. Мы любим друг друга давно. Это как тогда. Мы как змеи. Вот это наше. Мы тупо как змеи. Да. Чай. Индийский чай. Кто-то до сих пор ржет с этой серии. Ну, простите, там не на чем, по-моему, классная ржать. Серия. Угу. Всем сериям, сериям. Я тоже помню только момент просто этот. Ну, офигенный момент. Да. Спасибо, Стивов. За розу. Мэй, люблю тебя. Я вас тоже всех люблю. Добавляй странные звуки. Ой, это папин, я вспомнила папин любимый вот этот прикол. Мама в очередной раз что-то на даче на него. Ты ешь как свинья, он такой. Блин, я так всегда веселилась с этого, я не могу, это так мило. Майка посмеялась, такая хрю, просто. Все нормально, я туплю сейчас, я очень сильно туплю. Спасибо, Дим. Ты крутая, спасибо. Ну, если ты тупишь, можем посидеть до половины и пойти отдыхать. Да не, в порядке все, я отвлекаюсь, все, я вся твоя, извини, пожалуйста, просто я отвлеклась. Есть что не так, ты знаешь, и вот так и все. Нет, индийский чай. У нас батл, давайте драться на жизнь, а не на смерть, а не на жизнь. Спасибо. Ну, короче, я должна была это сказать красиво, но я запукала вообще. Отец молодец. Отец молодец, смотрите, какую женщину чай. Вырастил. Джага. Это стаканчик арбузик, да, Юлечка, это стаканчик арбузик, но он без верхушки, потому что мне влом было ее натягивать стаканчик. Ну, тяни на голову. А, нет, нельзя эту песню петь. Солнышко, я пойду в туалет, бегаю, ладно? И вернусь. Охраняй территорию. Гокусики, малышки, не называй нас малышками. Ой. У одной из малышек остеохондроз трех отделов позвоночника. Советы вкусные доставки в Марина. Макдак? Кстати, почему-то Достоевский сломался. Достоевский была очень классная доставка, но почему-то сейчас не доставляют. Вот.
Если они снова откроются, реально советую. Может, там ремонт какой-то, может, еще что-то. Но Достоевский прям... Да, в принципе, ну, я редко что-то... Ну, пицца Алина, в принципе, норм. Пойдет. Я, спасибо большое за конфетти. Спасибо большое за конфеттишки. Привет, несомняшек. Приветик, привет! Как ты вовремя? Мейк писть ушла. Или ты просто от нее сюда? Спасибо, Стив, за розу. Пики. Че пики? Такая ты классная. А какая? Я не классная. Нет. Почему у меня Мейка... Пародия кота Мейкун. Что? Хеллоу, хеллоу. Роза, спасибо за розу. Ой, простите. Спасибо за пальчики. Оля, это наш шанс. Какой шанс? О чем речь? О чем речь? Давайте я фоном какую-нибудь музычку включу. Пусть играют. Да. Хороший вариант. Пусть тихонько-тихонько играют. Передай привет. Я привет не передаю, простите. О, нет, не хочу. Я такая резко передумала. О, пусть фоном играет. Мэйка ушла в туалет, ребят. Чешушка, да, Чешушка зашла к нам. Оля, ваш инстаграм просмотрен. Ой, там, я старые фотки не удаляла. А кто старше, ты или Акуля? Конечно, я. Новый косплей? Это просто косплей на эфир. Ну, не косплей, точнее, образ. А ты ведь умеешь? Нет, не умею. Хай, супер. Хай, thank you. So much. Привет, привет. Спасибо, Лили, за розочку. За 5 розочек, вау. Интересный. Кто интересный? Что интересно? Что такое? Оцените аву от 1 до 10. Я не вижу, что там на аве, поэтому 1, если честно. Оля, 28 лет? Нет. Пожалуйста, не материтесь в чате. Первое предупреждение, вы остаетесь, а потом... Ну, нет. За мат, мут 5 минут, а потом постоянный. Бан. Три любимых игры. Я люблю очень сильно Dreamfall. Я люблю Ark. Я люблю Сибирь. Вы родственники с Мэйкой? Нет. Когда я как раз с привидениями Насти? Сегодня. Надеюсь, сегодня. Не знаю, опять что. Спасибо за очки. Я, простите, читаю чат. Спасибо большое. Спасибо. Такая вжух. Why does my killing make you stronger? Я вернулась. Что за трек «Китай осень»? Тебя не слишком бесит, если фоном... Спасибо, ты корала огромная. Если фоном... Ой, это я так долго писала? Да, если фоном играет, не страшно? Не весит музыка? Не слышно особо? Меня слышно? Музыку как? Нет, у тебя слышно, зайка, а музыку не слышно. Все, я пришла в себя, короче. Продолжаем нормальное общение, нормальное сидение. Давай. Здравствуйте, привет. Так, принимаем. Деремся. Чё, давай драться. Давай драться. Сначала в мою сторону подеремся. Теперь стой. Блин. Я как заяц, да, сейчас вот да. Лапами. Все, я вернулась. Где такие уши купить? Солнце, это капюшон. Это толстовка такая. Теплая толстовка. Мне так нравится. Спасибо, Ваня, еще раз за переходник для наушников и для зарядки. Теперь я могу слышать и собеседника, и музыку играть, может, на заднем плане. Кайф. Это песня с моего детства. Какой песня «Зеркала»? Нет, что? А что за песня? «Зеркала» висят на стене. Им там вы хорошо. Вообще не знаю ничего про песню про «Зеркала». Я знаю фильм. Ты очень милый зайчик, спасибо огромное. Не, фильм «Зеркала» я тоже знаю, он офигенный, ты что? Ты очень милый зайчик, спасибо. Так, ребят, еще раз, модераторы, которые у меня тут сидят, спасибо вам огромное, что вы со мной. Дядь Вов, как всегда, спасибо за огромную поддержку. А вы тоже в детстве думали, что они братья? Кто? Кто? Мы с тобой? Мы с тобой? Что? В каком детстве? То есть мы здесь так долго, да, что у кого-то было детство, и они в детстве что? Думали, что мы братья. За то, что мы братья. Давай, еще сюда. Что с тобой? Вот это ты быстро. У дураков мысли сходятся. Да. Не любила. Ты очень красивая и милая. Спасибо.
Кус-кус. Кус-кус. Кус-кус-кус. Как мне нравится этот вечер. Да. Дила, невозможно посмотреть вверх и высунуть язык. Я докажу, что возможно. Да, доказали. Нормально? Чем ты занималась в детстве? Училась, ходила в школу, в садик. Песок ела. Чем там еще можно было заниматься? Песок ел. Ну, а вы что, не ели песок? Я и песок не ела. Я говном манежа обмазывала в детстве. Но не ела говно. Мама проверила мой рот от и до. Они оба красивые и милые. Дё, спасибо. Они оба? Мужик! Всем привет, всем привет, кто пришел. А мне интересно посмотреть возраст публики. А ты мне чат вообще считаю? Меня тут не сомняшка. Да. Напишите, пожалуйста, в чате, сколько вам лет. Каждый. Мне интересно. И мейки напишите. Кстати, да, мне тоже интересно, ребят. Мои подписчики тоже. Сколько кому лет в чате? Нет, мы пьем, потому что мы постоянно разговариваем. Есть такой момент. 33, 16, 11. 31. Простите, но я уйти от вас не могу. Прощаем. 13, 19, 16, 14. 9, 11, 13, 12, 13, 22. 20, 21. Да, 37, 21. 10, 30, 30, 27. То есть разновозрастная у нас довольно-таки аудитория. Да. Леха. Мне, если честно, 15 лет. Ничего страшного. 9, и тебе 43. Сколько лет? Мне 18 плюс 11. 36. Не, у нас реально разновозрастная очень аудитория. А почему многие не спят сейчас? Кому меньше 16? Кого возраст совпадет, идут знакомиться. 84. Но это не смешно, я не верю, что меня может смотреть 84-летний дед. А может, кто-то просто постарше любит, поэтому специально написал 84. А может, 48, типа, ну цифры перепутал человек. Может, такое быть же? Ну, у нас, ну, когда старый, то да, в принципе. Мне завтра в военком ехать. Тебе сколько лет? Мне 24, ребята. А мне 18 плюс 11. Ты любишь Америку? Я нормально отношусь к любой стране, ребята. Я вообще заяц. Вы супер. Спасибо большое. Тебе 27. Сколько будет 18 плюс 11? Читаем все вместе. 20. Я гуманитарий! Я тоже. Молодцы. Я просто гуманитарий. Умнички, вы умеете считать. Молодцы, кто написал 29. Умнички. 29, я знала ответ. Я просто сейчас калькулятор открывала на самом деле. Молодцы. 23. Почти что молодец. Два высших образования, два красных диплома. Учусь на магистратуре психоаналитик. Не могу посчитать, сколько будет 18 плюс 11. Все нормально. Что тут можно сказать? Акуля. Лёха, я тебя ещё... Я... Потом тебе. Мне 13. Не мама могу, помогла посчитать. А мне 24 годика. Привет, привет, привет! Какая-то я бледная. Акула, которая заяц, да. Это акуля-обрыгуля или зайка-обрыгайка. Я не знаю. У тебя вот этот пучок в центре, как борода. Какой? Вот этот? Кто сказал, что я не хочу? Какие вы милые, спасибо. Я тебя люблю. Я вас тоже всех очень люблю, ребят. Очень. Да. У меня самые-самые. Мы чат начали читать, заметила? Да. Резко переключились. Потому что у меня болит живот. Значит, кто-то там живет. Я очень много смеялась, мне прям плохо. Борода. Не, я когда много смеялась, мне захотелось в туалет. Может, и ты сходишь, может, тебе легче станет. Да не, нормально. Ну, с учетом того, сколько мы уже выдудлили, я удивлена, что ты не хочешь. Правда. Я держусь, потому что, как Настя говорит, что всегда я хочу писать.
Эрин всегда от них. Я пописать, я отошла. Я сейчас прибегу. Ой, сейчас, минуточку, я сбегу и попью. Просто всегда 24 на 7 я с ними, короче, я в туалет. О, мне уже в чат пишут, это что меня Оля забанила? Ну, не знаю, бывает. Не больно тебя одевать? Нет, не больно. Я твою музыку уже слушать начала. Извиняюсь, я надбавляла себе песен из прошлого. Где акуленок? Вот она. Самый настоящий ваш акуленок. Вот она, вот. Вот это ваша настоящая акула. О, рука начинает ходить. Все. Я уже ее начинаю потихоньку чувствовать. Дети есть? Сейчас я буду функционировать только одной рукой. Вы все мои дети, вы моя семья. Я за вас отвечаю. За всех своих модераторов, за всех своих подписчиков и за их поведение. Ты милаха, спасибо. Зайка, ты настоящая? Ну это же заяц. Нет, ты акула. Это акула. Я это акула, да. Плюфы! А как... Не знаю, Катька. Аккуратней с лапкой. Мне больно сейчас, как дед сейчас будет. Подожди, сейчас она уже отходить начинает. Я... Все, ей хана. Почему ты игнорируешь мои переписки и твои сообщения не приходят? Мне так нравится, что мне пишут Мэйка привет, но я не Мэйка. Чё у меня язык такой красный? Япона! Я свой плохо почистила, я знаю, но твой да. Это вообще что? О, боже. Гранатик. Гранатик. А если бы я что-то это синее писала? Это будет забаню нафиг. Владимир, у тебя здесь нет никаких ограничений. Ты тут делаешь, что хочешь. Как хочешь, так и беру. Как хочешь, того и банишь, честно. Я что хочешь вообще? Все, все полномочия твои. Порычи, пожалуйста. Я так давно не рычала. Капришка какая-то, на самом деле. Вчера У меня горло просто горит. Красный язык. Со вчерашнего дня. Кровь из языка идет. Да не, гранатовый сок. Поспособствовал очень сильно. Что происходит? Она делает... Мэйка, я не ремейка, я оригинал. Я делаю... Вы пара, конечно. Пара. Что Мэйка делает? Снайпер, у тебя все по правилам. Банит всех, у меня в чате могут только несколько человек. Несомняша, Плюх, Владимир и Евгеш. На стримах, и поэтому... Захочет. Поэтому... И обесточит. И полуслова не сказав, когда говорить умеет. Кусь, кусь! Кусь! Я тоже хочу кусить. Мне нравится реально под конец потихоньку, ну, когда ближе к завершению дело идет, реально обращать внимание на чатик. Это прикольно. То есть пол эфира трендим, пол эфира по очереди чатик. Это прикольно. Все, вот хороший... Честно, я еще не допила полторашку. А я почти все. Я... В смысле, вторая тоже? Бутылка. Да. Да ты гонишь! Нет. Я тебя догоняю, я догоняю. А чё я такая медленная? Я... Обычно я в компании первее всех. Я быстро пью сок. Привет, я только что был у Мэйки. Добро пожаловать. Играть будете сегодня? Ну, планировали с Настей поиграть и Андреем. Сколько вам лет? 24 и 18 плюс 11. Да. Оля может, все что угодно. Вместе с Мэйкой.
дрова рубить. Да. Оля, может все быть всем угодно, только мейкой не может быть. А мы это еще посмотрим. Капец, язык красный. Ужас какой. Почему он такой красный, Оль? Потому что гранатовый сачок. Была б я рядом, я просто тебя взяла сейчас такая за язык и салфеточка. Потому что это я, потому что я мамаха, не сомняха. Прочитай, пожалуйста, а то обижу. Ладно. Ладно. По-моему, эту битву я проиграла. Холодно. Сон, время не лечит. Привет. Ты по башке себе такая двинула, вы видели? Привет. Подзатыльник отвесила. Веди себя хорошо, Мэйка. Разговаривали же. Мне нравится. Я кому-то нравлюсь. Ты всем нравишься. Вы такие смешные и милые. Спасибо. Мы просто... Я это я, Мэйка это Мэйка. Не доводите ее, и она будет смешной и милой вместе с вами. Нет, просто сегодня очень хороший день, который мне очень нравится. Линза на Алике. Блин, давайте за шутку про корону, когда я кашляю, давать мут на 5 минуточек. Ты ответишь на коммент? На какой коммент? Ой, все. Спасибо. Вы читайте мои мысли. Вы замутили до того, как я просила, я вижу. Спасибо, зайки. Вы классные, спасибо. Нет, ты реально, ты две уже добила? И ты ни разу не побежала в туалет. А я сейчас пойду второй раз. Я потихонечку просто такая раздуваюсь. Спасибо, Андрюх. Спасибо. Спасибо, девочки. Подожди, супер. Пожалуйста. Сегодня такой добрый чатик. Да, у меня тоже. Я заметила, у меня тоже. Я сейчас вернусь, не сомневаюсь. Ты после меня пойдешь? Думаю, да. Думаю, сбегу, да. Да, договори. А у нас батл такой, батл. У нас батл, ребят. Злой чатик, я просто не часто гость. На самом деле, очень много такой душноты бывает в чате, особенно у Мэйки. Негатива, неадекватов. Мэйку, видимо, очень-очень-очень это, да, поднажала. Пробку выбивает. Сверху это люди или лайки? А сверху вот эти полосочки, которые, ну, вот полосочка красная и синяя, это лайки, подарочки отображаются, типа. Присылайте подарочек или тапайте на экран, и, ну, и тем самым голосуйте за стримера. Надо, чтобы выиграть, ну, тапать либо дарить подарочек. Вот. А подписчики, я не знаю, кстати, у вас, по-моему, слева зрители отображаются. У меня просто справа. Но мне говорили ребята, что слева. Андрюха с Настей говорили. Я хочу в прямой эфир. Прямой эфир доступен с 1000 подписчиков. Ну, совместный. И проиграли. Да, опять Майк убежал. Да. Ты ангел. Музыка. Твоя очередь поговорить с чатиком, моя очередь сходить пописить. Договорились. Я вернусь. Я сейчас вернусь. Все. Я тебя не слышу уже. Ты я проиграла тут батл, да? Я вас накрыла. Я проиграла тут батл? Кто-нибудь скажите, я проиграла батл или нет? Привет, девятихвостый. Я не девятихвостый. Привет, зайки. Бонжур. Hello. Ребят, модераторы, кто со мной еще остался? Спасибо вам огромное, что вы меня еще терпите. Это для меня очень-очень важно. Нет, я выиграла. А как я выиграла? Каким образом я выиграла? Что мне прилетело? Что я протыкала? Скажите мне, пожалуйста, что, где я протыкала? А как я выиграла? Ты выиграла. Я поняла, как? Как?
Я же ушла, я должна была проиграть. Не нахренилась еще. Плюш, нет, я в порядке. Ко мне Рина зашла, говорит, Мэй, давай я тебе помогу базу выигрывать. Я сказала, что иди к Плюху, лучше ему помогай. И она ушла. Поэтому я ее просила, чтобы она тебе привет передала. Я надеюсь, она тебе передала. Ту легенда победил. Да как он победил? Спасибо, солнышко, которое мне кинуло мишку за мишку. Мэйка, Оля откуда? Она с Киева. С Киева? С Москвы. Да нахрюкалась, Мэйка, только она адекватно себя ведет. Не считая того, что мне язык затыкает. Ты самая лучшая. Спасибо, понятно. Спасибо, я огромное, да, передала. Это не есть спасибо, это не спасибо. Я ее тебе оставила. Она это... Ну, разберетесь там, короче. Я все, я потерялась уже. Я просто решила, что она там нужнее, чем здесь. Тут просто дядь Вова сидит, а там она посидит. А, родом не из Москвы же. А, Оля с Москвы, я с Киева. И тебе, конечно. Нет, что, Плюшек. Ты милашка, спасибо огромное. Ты милая, спасибо. Плюх, а ты не хочешь потом фильм посмотреть? Ну, ты, наверное, меня уже не слышишь. Ну, ладно. Ты милая, спасибо. Я потом тебе в телегу напишу, короче. Да, с кем ты говоришь? Он тебя, скорее всего, опять не слышит. Зато слышу я. Она, мне написали, вы как когда свадьба с несомняшкой. Вот и я. Как будто бойлер взорвался только что. Говорю, мне написали, когда свадьба с несомняшкой. Да, Новый год, когда елки жечь будем. Но вообще, у меня уже шведская семья с Андреем и Настей. Ну, welcome. Да, да, согласна. А почему бы не устроить одну большую шведскую? И TikTok хаус замутим. Почему бы и да? Wanna be my lover! Моя жизнь! Песня шикарная на заднем плане. В тему. Гарем. Не гарем, а... Да ладно, гарем. Всем спасибо, что остались. И подождали. Да, всем спасибо, что остались. Это точно. После той части, что у нас происходит, всем спасибо, что остались. Спасибо большое, ребят. Привет, Мурзилка. Все хорошо. Ты самая красивая. Спасибо. Ла-ла-ла-ли-ла-ла-ла-ла. Какая песня, а? Какая песня, мать? Сейчас я вернусь, секунду. Опять песня? Общежитие. Ну, тут глубже, понимаешь, Вань, тут глубже. Андрей, а ты понял или не понял? Я хочу понять. Что ты хочешь? Как меня размотало, а остался ручка? Вот так. Я не понимаю этого. Ну, серьезно. Раньше это была трешка. Ну, мы мать. С тобой выходили. Ну, давно, давно, во-первых. Во-вторых. Какое давно? Насколько давно? Сколько там времени прошло? Ну, укол, женщина, укол. Идиот. Пам-пара-пам-пам-пара-пам-пам-пара-пам. И мы уйдем. В 10 часов, пожалуй. Да. Да. Пойдем отдыхать тогда. Да. Договорились. Да, мой котенок. Да посмотрите на эту оригинальную веселую женщину, которая прется уже минут 20 со своего языка. Потому что смешно. Ну ладно, да. Забавно. Я помню, сосачки такие продавались, ты пососешь, а потом язык другого цвета. Ну это жутко, Ре. Да, через 20 минуток... Не, ребят, это получается через 25 минуток мы завершаем. Угу. Все, отдыхать надо будет. Моя демоняшечка пойдет дрыхнуть. Нет, я надеюсь, играть. Ты реально ляжешь спать, а не всю ночь будешь, как все. Знаешь, 3 часа ночи и демоняшка такая. У нас смотри, тут мужик татуированный. У нас еще эфир игровой, Мэй, после нашего эфира. Я это, много слово забыла. Ты в таком состоянии пойдешь на игровой? Конечно. Почему нет? Хочешь, я тебя хоть час отпущу? Нет, нормально все, ты че?
Смотри мне. Что захочется. Я же женщина боевая. Шипучки 5 с плюсом, это самая шикарная шипучка. Честно, я в шоке, что ты так пойдешь на игровой. Это самое... Я так могу только до кого-то докопаться, серьезно, вот это максимум. Я буду докапываться до призраков. А шипучки 5 с плюсом, самые лучшие шипучки на свете, и они меня познакомили с тем, что такое изжога. Что-то вот другие, правильно говорить, что-то мы бухие. У тебя такие красивые глазки, то это линзы, ребят, линзы все решают. Какой игровой? По фасмофобии. Как этот косплей называется? Ну, если Настя согласится. Мейка похмелеть. Зайчик-обрыгач. А мы сегодня празднуем день рождения просто, если вы про состояние. Да. Просто с Мейкой не смогли в воскресенье, поэтому вот в среду. Да. Мы перенесли лампы. Аккуратно, лампы, ничего не Это призраки. Я теперь свои лампы только так и буду называть. Призраки. Всем привет, пока. Это как? Всем привет и пока. Ну, кто-то зашел, поздоровался и ушел. Спасибо, что зашли, типа. А, у меня одно не грузит. Может быть. Новый костюм, это типа толстовка. А сатанизм, бан. А, я только ручку потянула, чтобы забанить. Кого-то бан кинули? Да. Все, у меня рука начинает болеть. Все, я ее парализую, ее нет. Аккуратнее, заяц. Не двигай рукой. Да, это все уже. Отходит лекарство, а у меня закончились лекарства. Это плохо. Я сегодня, честно, я сегодня все успела. Я сегодня успела побыть врачом. Я сегодня успела сделать прокол руки. Мне, короче, оттуда какую-то херню высасывали. Потому что там было воспаление. Ужас. И сказали не бинтовать эластичным бинтом несколько дней, колоть обезболивающее, которое полностью типа делает онемение руки. А еще я сегодня успела. Котенок, вот просто пока не забыла, я тебя, прости, перебью. Насчет обезбола, он у тебя быстро сошел как раз-таки из-за сока. Зря ты. Зря. Ну, хорошо не таблетки, хорошо укол. Ну, хотя нет, плохо укол. Ну, ладно, потом поговорим. Ну, это да. Ну, зря. Спасибо за цветочек. Когда успела переодеться? Так я просто шапку сняла и капюшон надела, все. Короче, я сегодня успела побыть везде, в кардиологии, ночью у врачей, и мне была очень веселая ночь. Спасибо, что пришла поздравить меня с днем рождения. Прошло. Мои новые видосы когда? Я сегодня 2 залила, хватит. Да? Козлина. Ты, козлина, ты. За что? Я говорю спасибо, что пришла поздравить меня с днем рождения. Видосы новые, ну да. Я думала, ты не мне, я думала, ты чёрт. Нет. Она такая, ну новые видосы, да. Нет. Просто тук-тук-тук-тук. Засранка. В моих глазах вселенская печаль. Это видно я сердцем чую. Мне не хватает крепкого ее несомняшкиного плеча. И моего, несомненно. Рогами. Ты видишь, я потерявка? Не теряйся. Ты не сомняшка, я потеряшка. Ты зайчишка, рыгишка, рыгушка, подружка. Да. С красным языком. Блин, да это гранат этот долбанный. Серьезно, я не думала, что он так язык красит. Мы говорили, что вас любим. Серьезно, с рукой. Сначала было просто растяжение, повреждение межсуставного хряща. Нет. И ушиб. Синяк сошел, ну так, там еще желтовастенькое есть, короче, такое, сине-желтое. Но у меня началось воспаление, потому что я очень долго носила эластичный бинт, который, оказывается, надо снимать, но я решила, что мне не надо его снимать. А сейчас проверим. Интересно, а Майка сильно обидится, если я буду у тебя сидеть? Евгений Жуков, 18.08.20.00. Хуеви. Видимо, не сильно. Светик, привет! Стю, с днем рождения тебя! Стю, нюхай! Победа, прикинь? А я поиграла, получается? Да. Обидненько. Боже, я даже не могу это изобразить нормально. Шикарный звук, скажи. Обидненько. Обидненько. Стю, все отлично. Я пишу один комментарий 100 раз, чтобы ты заметила. Солнышко, аккуратно. Значит...
так, да, не обидишься. О, я поняла, что это за Евгений. Господи, это такой старый подписчик, что это можно офигеть. Серьезно, я сколько не живу, сколько он на меня подписан. Да, ребят, проблема наша в том, что мы на слух не воспринимаем. Мы воспринимаем аватарник. И все, мы сразу вспоминаем человека. То есть на слух она не восприняла, так она вспомнит. Это реально, это чувак такой старый подписчик, он у меня был модером, ходил в модеров, возвращался, опять ходил, дарил подарочки, пропадал, появлялся, то есть это вообще чувак такой, типа, знаешь, это мой личный призрак. Кто? Призрак. А, я не так слово услышала. Личный призрак. Люблю вас, спасибо. Он себя называет как злой модер. Вот. Злой модер? Красавица очень добрая. А у меня все модеры такие. Я сегодня со всеми добрая. Я еще пойду потом, если плюх не закончит, когда мы с ним сомненно закончим, я к нему пойду докопаюсь. Мои модеры самые лучшие. Да, самые злые, потому что они моя все, мои сёшечки. Смотрите, языком любуются. Вы посмотрите, посмотрите. А прикинь, он был бы синим. Как ты. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтоб до 100 лет жили, чтоб горя не знали, и ваши псы, чтоб вас всегда радовали. Нет, Вань, ты серьезный модер, остальные злые. Собаки живут, вот я и подумала, что так будет правильнее. Да. Собаки умеют радовать. Да. Понеслась, да, понеслась. А чё, прикольно, прикольно поет. Мне нравится. Ну. Привет, 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 ребята, привет. Всем привет. Кто в какой институт пошел после школы в Академии МВД параллельно с институтом Сальвадора Дали? Московский государственный психпедунивер. Учиться в двух институтах одновременно могу, умею, практикую. Скоро, Лёш, вернусь. Скоро вернусь. Игровой эфир после этого. М? Ребята, а можете, пожалуйста, кто там знает, Плюха, пойти к нему и сказать, что я хочу к нему после эфира с несомняшкой заглянуть, и что мы закончим 10. Что он ответит мне потом, передайте. Люблю так посыльных посылать себе. Я там кто-то орёт. Как назовешь кота, так он и поплывет. Фелтон орет. Белый скот. А че это он так решил? А он всегда так? Ты отвыкла уже? Я не слышала никогда. Ты не слышала никогда? Ребята, она невнимательная. Скоро, Лешка, скоро. Все встает на свои места потихоньку. Все хорошо. Давай, змеек косплеим. Блин, я вспоминаю это видео про Гарри Поттера и змею. Что делать, чтобы понравиться всем женщинам? И змея такая. Все просто, Гарри. Просто красный язык, я в шоке. Да, каждый эфир орёт. Да, он именно на эфирах почему-то начинает орать. Кошмар. Как я будто кого-то убила. Скажи кусь. Кусь. Может, завтра отдохнуть? Отдыхай. Я вот это думаю. Ну, его нафиг, да, завтра стримы, видео какие-то. Говорю я, и завтра как никогда во что-то оденусь и дую. Да. И опять сидит она с одним кап зрителей. Да. И ты такой в один момент такой. Нормально. Все хорошо. Да не, просто эмоциональное выгорание. Врача. Вот. Кто из них акула? Она. Добро пожаловать в Ваканду. Лёш, нет, не читала.
полежит рука, пусть ей нормально лежать. Мать, ты меня забыла, что ли? Очень жаль. Dark Day, тебя забудешь, блин, розовая аватарка и постоянно достает. Запомни меня, запомни меня, запомни меня. Тебя забудешь. Дароу, дароу. Нет, акулы. Да, акула отдыхает. Сегодня зайка-обрыгайка. Не, давай без обрыгайки. Я помню, как я латешкой тебя немножко затриггерила. Чем? Латешкой. Помнишь, я тебя затриггерила? Вот это было. Простите. Майка, солнышко, отдыхать тоже нужно. Я согласна с вами на 100%. Почему мне эта херня играет в голове? Какая? Какая? С кальмара вот эта долбанного. А, вот эта девочка, которая купила, которая сделала. Иван, спасибо тебе за подарочки. Спасибо за всякие разные подарочки. Вот, дядь Волк, сегодня впервые я скажу это, но преклоняюсь перед вами. Вы выдержали несколько часов трэша, и вы до сих пор сидите тут. Спасибо огромное, правда. Вы, несомненно, у меня просто number one. Вы моя семья. You're my number one fan. Одна меня терпит. Мои загоны, жалобы, нытье, все вообще. И вот, спасибо, знаете, немножко огромное его. И второй меня терпит. Тоже мои загоны, жалобы. И без всяких там я занят. Я вас люблю, блин. Больше всего 20. Да тут не было особого дрэша. Лёш, просто ты привыкла к тому, вот что я устраиваю в модерке обычно. У меня самое лучшее и самое лучшее. Мы тебя любим. Я тебя тоже очень сильно люблю. Как ты там говоришь? От земли до луны и обратно. Да. Вот. Я привык к трэшу. Ты вообще серьезно. Ты бы удалила ТикТок? Да, да, я думала так. Серьезно, у меня были такие мысли, что, блин, если б не вы, там просто... Я такая, нет, это не для меня, все. Я помню, я так просыпаюсь, короче, однажды, открываю телегу и вижу сообщение от Насти, ну, очень грустное, типа, я удалила ТикТок. Я такая, пи-пи-пи-пи-пи-пи. Да-да-да-да-да-да. Я представляю, как бы у тебя взорвалось, если бы я сказала, не сомняешь, я хочу удалить ТикТок. Да, это Настя такая, все, я скачала. Меня с до канала, я хочу удалить ТикТок. Я ничего в этой жизни не стою, не сомняшься, такая сбитая, блин, за дверью уже стоит, просто телепортировалась. В общем, дьявола появились мгновенно. Надо признать, что у нас собралась компания именно отбитышей. Вот-вот отбитышей, потрепанных жизнью, таких вот, вот просто. И мы такие друг другу, давай, живи! Димон! Да-да-да-да! Тупо друг друга пендалями, типа, нет, Майка, ты можешь, нет, Оля, ты можешь, нет, Настя, ты можешь. Андрюха, давай! Да, и Владимир такой, я бог, я всех спасу. Серьезно, вот. Ну, хотя, Вовка тоже, мне кажется, одинокий немножко. Зато он с нами. Кстати, Владимиру твоему отдельно я и сейчас хочу передать, спасибо. Вот, спасибо. Владимир, знаешь, сколько мне жизни раз спасал? Поверь. Да, мы такие. Вы все особенные. И все со своими фишечками. Особенно типа, вот модератор. У меня есть папа, которому я могу сказать, типа, я ему жизнью обязана. И Вова, который я тоже могу сказать, типа, я ему жизнью обязана. Ну, правда. О! Тема. Прикольно объясняю. Что-то лирику какую-то развели под конец, короче, 10 минут до конца, вот просто такой... Да... А потому что то, что ты не можешь сказать на трезвую, ты говоришь вот в таком состоянии, это самые искренние чувства, которые так могут быть. Ну, правда, типа, знаешь, когда ты вот боишься что-то сказать прямо,
Я просто, ну, я не сопливая, я не умею вот это вот. Ой, ты, у меня еще мало лучше, я такая, типа, ну, блин, ну, спасибо. Большое спасибо, да? А вот именно вот так вот разноиться, я могу только ослабив свое эмоциональное состояние, которое я вот так вот кирпичом просто заложила. Вов, ты мне что-то кидал, спасибо тебе огромное, я не увидела, но спасибо большое-большое, Иван, спасибо. Вот, я могу только вот ослабив хватку вот это вот сказать. Всем моим девчонкам, кого долго так игнорил, и привет всем моим друзьям. Погнали. Тут такая милота что-то в чате пошла. А что там пошло? Сердечки, мы любим вас. А, у меня то же самое, кстати. Ребят, спасибо вам огромное. Вы у меня самые лучшие. Подписчики, кстати, вот адекватные подписчики. Я честно скажу, адекватные подписчики — это единственное, из-за чего я, наверное, держусь вообще в ТикТоке. Я, типа, сильная девочка, я могла бы уже 20 раз забить и найти что-то другое. Но вот эти вот, которые пишут: «Мэйка, да ты красивая, не загоняйся, ты самая лучшая». Вот это вот, вот эти моменты, которые мне, типа, пендалем просто. Давай, снимай, мы тебя ждем на стриме. Вот, наверное, ради них я только и существую в ТикТоке. Так бы я уже давно сломала. Сердечки полетели. Нас любят. Я вижу, да, у меня тоже эти смайлики, сердечки появились. Это самое теплое завершение эфира, просто ever. Спасибо, Лёля, за попу в ручках. Он еще отвечает кому-то, вы посмотрите на него, мы дрожим, мы все дрожим. Я не так написала! Я не часто комментарии пишу, но я вас люблю. Я Плюха назвала Зая. А, Андрей, ты тут Заюш, Заюш. Не, там прям Зая, понимаешь? Там не так вот Зай, да? Я пойду почикаю и вернусь, хорошо? Да, хорошо. Заюш. Блюха. Че там, Настя, вы с ней не созванивались? Пойду проверю бы. Звонитесь, Настюха, я к вам скоро подрублюсь. А вы уже? Вы все? Нет? Так? Чё? Вы на созвоне? Я когда закончу, я тогда вам наберу в общак. Я же её люблю, она моя. Как настроение? Хорошо. Мы не похожи с Мэгги вообще. Спасибо за цветочек. Альбом Волпес. Ну, травмировала на ручку, вот. Получила растяжение, ушиб. Ну, ручка болит. Спасибо, Бахамут. Она отошла. Спасибо за точку. Угу. Хорошо, Андрей. Что боже? Спасибо, Алекс. Всем привет, кто пришел. А мы сейчас заканчиваем, мы уже заканчиваем через 5 минут. Ну, да, больно. Простите. Я таких эмо раньше не видела. Голдеры у меня было 16 октября. Ну, простите. Кота назвала в честь актера Тома Фелтона, да? Не хотела назвать кота Драку. Да, Андрей. Привет, спасибо большое.
спрашиваешь, ну спасибо. Но спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Я подключусь попозже. Простите. О. Спасибо за розыгрыш. Я не поняла, что это было вообще. Я считаю, что надо замутить последний матч и завершить. Ой, последний батл, ребята, давайте сделаем его эпичным. Да. Давайте сделаем его эпичным, прям войну, блин, устроим. Да, резко прекращаемся тапать. Резко перестаем у меня все тапать. Как пописала, хорошо? Жива? Да. Лану, дай привет. Так. Пописала хорошо, жопку выпила, все нормально. Спасибо, я, Вань. Я красавчик. Ты на игровой эфире, я в шоке. Я реально, я не могу себе это вдупить в башку. Так я же... Чуть не пукнул. Я, ну, серьезно, не сомневаюсь, я бы так не смогла. Зато ты можешь каждый день эфирить, а я там на 2 недели, на 3, на 4 пропадаю. Угу. Каждый день эфирить, а знаешь, чем мне это оборачивается потом? Вижу. Угу. Нервным эмоциональным выгоранием, нервными срывами, все как надо. Привет, красавица. Да, я вернулась, извините, была в лобби. Ничего себе, вы лайков натапали. Спасибо, ребят, я такое давно не видела. Эпичный батл! Я про то, что наверху самые лайки. Я не видела у себя 400к. А, я тоже смотрю, 713 тысяч. У тебя сколько? 400к, 410. Спасибо, ребят. Ваши пальчики как, живы? Мне тоже интересно. Не сомневаюсь, если честно, я безумно рада, что мы собрались. Прости, что под конец я была растеряна-потеряна, потому что я была везде, мне просто писал папа, у него там что-то с машиной опять. Я поняла, не страшно. Да, мне стыдно за этот момент перед тобой, но я не могла на стриме про это говорить, пока папа мне не сказал, что можешь говорить. Угу. Мне страшно, не страшно. И... В любой момент ты можешь от меня вообще отваливаться, ты знаешь, что Ни в коем случае это что. Мне просто вот неловко за этот момент, что мы собрались, и папа начал писать. Вот. А я-то, ты знаешь, папа это чувство у меня есть вообще в жизни. Угу. Поэтому это... Опять yeah. что-то у него с машиной, короче, опять Майка будет думать, как ему помочь, но я помогу, я же подумаю. А у него машина, это типа рабочий инструмент, ну то есть там... Я понимаю. Только... Что такое, что ты так обрадовала? А чё? Я пропустила, я поэтому удивилась. Да, поэтому это, я отвлекалась. Я тебя очень люблю, и если честно, я рада, что мы наконец-то собрались вместе, потому что мои подписчики меня часто доканывали, когда он с эфиром несомненно. А вы что, с несомняшкой поссорились? Не дождетесь. Спасибо, зайчики. Чтобы мы с несомняшкой поссорились, я не знаю, что должно случиться вообще. И модераторам, особенно вот я смотрю, Владимир и Снайпер, по-моему, еще задержатся. Ребят, спасибо вам большое, что вы со мной остались. Что-то красивенькое у тебя было, да? Карусель. О, карусель. Спасибо, зайчики. Класс. Боря, спасибо. Спасибо большое. Я еще пока могу держать. Спасибо вам. Слушай, я так вообще скоро реально наберу. Я смотрю по подарочкам, скоро наберу на то, что набираю. Я уверена, что оно у тебя будет, и у тебя будут игровые эфиры еще круче. Да. Все будет круто. Спасибо вам всем большое за поддержку. А тебе спасибо за поздравление с днем рождения. Что мы все-таки смогли поэфирить. Я просто, знаешь, не нагоняла на тебя с этим эфиром. Не-не-не, слушаю тебя, слушаю. Потому что я понимаю и про состояние, и про все, и что все-таки силы нужны даже на совместный эфир.
Если в сингле ты сидишь так, через раз читаешь чат, иногда нет сил пообщаться. Вот, я поэтому все понимала и так, как сможешь, так посидим. Я поэтому, я то же самое испытывала все вот эти предыдущие недели, когда я тупо пропала из ТикТока. Так что, I know, my baby. Честно, я рада, что мы наконец-то поссорились. Я по тебе правда скучала. Спасибо, Нок, за фейерверки. Они классные. Спасибо большое за фейерверки. Спасибо. Спасибо вам. 20 секунд, 25. Мы говорим всем пока и уходим. Да. А ты идешь спать и отдыхать. Я пойду еще поругаюсь на тебя чуть. На меня? Да. За что? Потому что я забыла про обезболы твои. Не надо на меня ругать. Ладно, хоть, ладно, я... можно завтра? Завтра поругаюсь чуть-чуть, ладно? Нет, да, завтра поругаешься, но я тебе честно скажу. Вот у меня такая философия, что я задолбалась. Я вот задолбалась постоянно думать за то, что со мной будет. Хьёвая у тебя философия, знаешь. Так я... А типа смысл жить долгую жизнь, но вот так. Потом поговорим, потом, да. Ребят. Я не буду на нее ругаться, я очень люблю ругаться, но не тут, нет, не сейчас. Я обещаю, я ей звездец устрою завтра утром. Сейчас отдыхать она пойдет. Потому что в жопу сейчас с ней разговаривать. Я просто борзая сейчас очень. Мне не получится. Посремся завтра в эфир борзой выйдем. Ну нафиг это там. Какой посремся, блин. Да, да, это же. Ты мифологию Древней Греции учишь сейчас мне тут. Вот. Всем спасибо. Тебе отдельное большое спасибо. Удачи тебе на игровом. Держись. Люблю тебя. Я тебя тоже люблю. А земли до луны обратно. С днем рождения еще раз. Спасибо. Всем пока. До встречи. Спасибо за лайки, спасибо за поддержку. Ой, да вот. Спасибо, пока. Я пошла. И мы вернемся, скорее всего, сюда скоро.